Здравствуйте, уважаемые гости сегодняшнего мероприятия. Я рад всех приветствовать на этом грандиозном событии по годовом финале осеннем. Это 60-я битва стартапов. Время летит быстро. И сегодня будут выступать лучшие из лучших, которые победили в битвах проектов по разным городам Украины. У нас сегодня будет и Днепропетровск, и Запорожье, и Херсон, наверное, и Харьков, и Львов, и Киев. Вот, поэтому посмотрим, какой город сегодня окажется в победителях. Пару слов, как всегда, о том, для чего мы это делаем. Битву стартапов мы устраиваем для того, чтобы предприниматели могли легче и быстрее найти финансирование для своих стартапов или инвестиционных проектов. Соответственно, мы их делаем по разным городам, они все бесплатные. Бесплатные там приходить можно, бесплатно выступать, никаких дополнительных условий не требуется. Если вы желаете поймать удачу за хвост, приходите на битвы стартапов и выступайте. Если вы за нами следили, в последнее время мы даже их стали проводить уже не только в Украине. Битвы стартапов уже проходили Грузии, Белоруссии, а недавно была первая континентальная битва стартапов, которая свершилась в Польше. Мы отобрали, у нас было отдельное мероприятие, 5 лучших украинских стартапов, которые составили сборную стартапов Украины и поехали защищать честь Украины в Польшу. Как многие из вас знают, мы победили с разгромным счетом 5-0, даже как-то было неудобно перед польскими коллегами. Ну, знаете, в футболе 5-0 выиграть, ну, совсем некрасиво. Но, по моему мнению, мы победили объективно. И сегодня вот у нас будет панель с нашими победителями, они расскажут о своем опыте, как они ездили в Польшу, как готовились, что они думают о польских стартапах и о польской экосистеме. Вот. Ну и главным, будем так говорить, организатором и спонсором этих мероприятий является Startup Network. По сути дела, это интернет-платформа, которая помогает предпринимателям искать своего инвестора через интернет. Да? Ну, то есть все понимаем, что физическое присутствие зачастую ограничено, не все могут участвовать и приходить. Соответственно, у нас на Startup Network зарегистрировано более 5000 частных инвесторов. Если вы хотите, чтобы ваша информация как можно быстрее до них дошла, регистрируйте там свои стартапы, и если вы хотите как-то потом ускорить этот процесс, вот, то тогда вам надо общаться с нашей Натальей. Наталья, можно попросить вас представиться? Да. Вот, кто хочет подробнее узнать, подходите к Наталье, это член нашей команды, инвестиционный аналитик наш. Вот, поэтому можно будет двигать все это быстрее. А сейчас я хотел бы дать слово нашим партнерам, да, там, которые... Да, я пару слов сейчас скажу еще о порядке проведения мероприятия. Во-первых, рада всех видеть на нашем большом осеннем финале битвы стартапов. Мероприятие пройдет в 2 этапа. Первый – это панельная дискуссия с нашими героями, победителями континентальной битвы стартапов «Польша-Украина». Это представители 5 стартапов, которые отлично выступили и привезли нам победу для Украины. И после перерыва будут презентации 15 победителей из разных городов Украины. Будет 2 блока с перерывом тоже небольшим, 9 и 6 проектов. По голосованию. Сегодня будет определено 2 победителя по результату голосования экспертов и по результату голосования гостей, поэтому не только эксперты, но и гости, пожалуйста, голосуйте. На лендинге, внизу лендинга есть онлайн-голосование. Вот там, где мы все регистрировались, внизу уже есть списочек, как ребята выступают, в какой очередности, там можно ставить эмоции. Давайте для начала познакомимся, представимся публике и... Начнем с того, что каждый стартап хотя бы в минутный срок постарается рассказать о себе, о том, чем вы занимаетесь. Очень-очень краткий питч проекта, чтобы дальше было более понятно, о чем идет речь, направить дискуссию. Начнем с Светланы. Здравствуйте, меня зовут Светлана Малёванная, я CEO проекта Ракон. Ракон – это
которая занимается различными гаджетами для взаимодействия с виртуальной реальностью. На сегодняшний день у нас в разработке перчатка для взаимодействия с виртуальной реальностью, для VR, для AR, для удаленного манипулирования роботизированными решениями, и также упрощенная версия клипса, которая будет сегодня тоже еще... Будут вопросы от Тимура, при которых я расскажу более детально об этом гаджете. Спасибо большое. Здравствуйте, меня зовут Андрей. Я ментор в проекте Wolf Change. Так получилось, что наш CEO не смог по ряду причин попасть в Польшу, поэтому я поехал отдуваться за него. Вроде как получилось по итогам неплохо. В целом, если в двух словах говорить про проект, то проект занимается обменами криптовалют. Криптовалюты, я вижу такие чуть-чуть недоуменные взгляды, возможно, вы слышали биткоин. Это самое известное, самое популярное. Но их как бы всего 600 штук, и их нужно менять между собой. Добрый день всем. Меня тоже зовут Андрей. Я из проекта Genesis. Наш проект существенно облегчает интеграцию мобильных приложений со сторонними сервисами, как социальные сети, платежные системы, облачные, маркетинговые, аналитические и так далее. И при всем при этом нам получается экономить порядка 85% времени на непосредственно интеграцию этих решений в мобильное приложение. Помимо этого есть еще несколько таких очень крутых фишек, которые реально выделяют нас на фоне конкурентов во всем мире. Детальнее мы об этом, наверное, тоже поговорим на вопросы-ответ. В принципе, все. Меня зовут Влад, и я представляю проект Webster. Мы с Васей занимаемся разработкой этого продукта. Этот сервис — это набор инструментов, которые позволяют автоматизировать для бизнеса три вещи. Это привлечение клиентов, это их поддержка и это продажи. Мы запустили свои продажи с помощью нашей системы и уже сделали 20 продаж за короткий срок, менее чем 2 месяца. Вот. Да. Могу единственное дополнить, что эта система работает непосредственно через мессенджеры, новый канал коммуникации, и главное преимущество в том, что открываемость тех же сообщений сегодня будет 90% в мессенджерах, а не так, как в онлайн-одезе. И все это работает через мессенджер, в том числе с приемом оплаты и всем остальным. И вот то, что мы сейчас дальше расскажем, это то, что если раньше нам туннель продаж приходилось запускать порядка 3 недель, иногда это стоило порядка там, от 2,5 до 10 тысяч долларов, то сейчас мы можем это сделать буквально за 2-3 часа с той же эффективностью и совершенно за очень скромные средства, исчисляющиеся сотнями долларов, все на все. Поэтому для предпринимателей это очень большая находка. Спасибо. И у нас есть еще один участник, который присоединится к нам по скайпу. Давайте проверим, все ли там в порядке со связью. Привет всем. Привет, ты на связи? На тебя смотрит сотни человек. Добрый вечер. Ты нас слышишь, видишь? Я вас слышу, пока не вижу, но я рад, что я вас слышу. И в принципе я очень расстроился, что я не могу там рядом с вами сидеть. И очень благодарен, что могу хотя бы так виртуально поприсутствовать. Потому что все ребята, которые там мы знакомы, пережили Польшу, и было бы классно, конечно, вместе всем сидеть. Отлично. Очень кратко расскажи, пожалуйста, про свой проект, чем вы занимаетесь. 30 секунд буквально. Мы занимаемся созданием видеороликов автоматически. То есть, если есть у клиента контент, мы подключаемся к его контенту, вытягиваем информацию, например, там, стоимость товара, фотография товара, и автоматически генерируем видеоконтент. То есть, какой-то рекламный видеоролик. Вот так, примерно так, вкратце. Отлично, спасибо. Так, ну, давайте перейдем, наверное, к основной части. Давайте начнем с того, что поговорим про стартап-батлы, насколько они вообще помогают вам в развитии бизнеса, в поиске инвесторов, даже точнее не сколько помогают в развитии бизнеса, а сколько они мешают заниматься бизнесом, как вы совмещаете занятия бизнесом с походами с участием в подобных ивентах, и вообще расскажите про вашу поездку в Польшу. Оно того стоило, оправдало ли оно себя, понравилось вам, не понравилось, и привезли ли вы оттуда какие-то конкретные результаты. Давайте начнем, у кого в руках микрофон. Да, еще раз представлюсь, Василий меня зовут.
Коль с меня начнем, давайте я расскажу по порядку. Что касается, насколько это отвлекает от, собственно говоря, от бизнеса. Если честно, очень. Фандрейзинг как таковой, да, то есть и сам бизнес — это две параллельные, скажем так, вещи, которым стоит заниматься стартап, да. И в нашем случае, из того, что сейчас есть, для нас этот процесс занимает практически 50% времени, выступление, он дает определенную, скажем так, визуальность, пиар, скажем так, узнаваемость, но с точки зрения привлечения инвестиций для такого стартапа, как мы, который сам, в принципе, генерирует продажи, это достаточно большой якорь, который отвлекает именно от практических задач сейчас, которые нужно выполнять для того, чтобы достигать более высоких результатов. Если говорить про Польшу, как поездка, как комьюнити, да, то есть вот сами стартап-батлы и сама организация всего того, что есть сейчас в Украине, на самом деле считаю это очень круто, потому что еще буквально 2 года назад этого всего не было. Да, то есть у меня было огромное желание свалить с этой страны, что я, собственно говоря, сделал на 8 месяцев в Таиланд, потом вернулся и увидел, что это все сейчас развито. Да, то есть проводятся постоянно мероприятия каждый месяц и так далее. И вот для молодых стартапов стартап-батлы, я считаю, очень крутым местом, с которого можно начать. Начать прежде всего, когда у вас молодой стартап, когда вы делаете это в первый раз, это будет крутая атмосфера для того, чтобы попробовать себя, натренировать вот эти вот все навыки выступлений, если вы этого никогда не делали. И это будет хорошая атмосфера, где вы услышите обратную связь прежде всего, да, потому что часто можно ходить, рожать идею пару лет, а потом оказывается, что она никому не нужна. И как бы это печально ни казалось, лучше узнать об этом сразу, а не через 2 года. Поэтому то, что делает стартап Network, да, то есть, мне кажется, это абсолютным благом для рынка, для комьюнити, для Украины в целом. Просто потому, что поднимает предпринимательский дух и в том числе молодым предпринимателям помогает показать себя. То есть, как минимум, уже вижу 2 плюса. То есть, можно проверить идею и можно познакомиться с единомышленниками, найти новых людей в команду, послушать фидбэк про свой продукт. Это как минимум, да. Есть гораздо больше, зависит от тех задач, которые вы в данный момент в проекте, собственно говоря, преследуете. Спасибо. Например, нам подобного рода события помогли попасть в акселератор в Нью-Йорке. То есть все C-positions, ну, там, SEO-компании на данный момент находятся там. И это как один из путей поиска и инвестиций, причем инвестиции не просто денег, а смарт-денег. И важно, очень важно понимать то, у кого ты их берешь. Потому что, ну, когда ты ищешь инвестора, ты ищешь не только деньги, но ищешь еще экспертизу. Ищешь опыт, которым впоследствии с тобой делятся и который впоследствии, как мы сейчас видим, реально помогает выстроить правильно и бизнес-модель, понять, как работает маркетинг, во всяком случае, в той части мира, куда мы целимся. Мы целимся там в Европу, в Штаты и в Азию. И находясь там, ты реально понимаешь, как работает этот рынок, как работает целевой, какие инсайты и так далее, и так далее. Поэтому как один из вариантов продвижения, вот такие события — это всегда очень-очень круто. Но параллельно с этим всегда нужно работать самому, самому искать фонды, самому искать инвесторов, самому искать партнеров, ангелов, у которых уже есть экспертиза в твоем поле. Вот, поэтому однозначно нужно посещать, ставить цели, плюс ко всему прочему, это всегда очень классный нетворкинг. Всегда можно знакомиться с потенциальными клиентами, с потенциальными инвесторами, получать фидбэк по твоему проекту. И еще очень важно тренировать питч, свою подачу, потому что у многих это очень большая проблема. И вот на таких событиях хотелось бы просить экспертов быть как можно более жесткими и высказывать сразу стартапам, да, там, что не так. Потому что там, ну окей, спасибо, выступили там, и все, и до свидания. Ну, я предлагаю реально жестко указывать на ошибки, и это реально работает. Ты улучшаешь свой питч, и впоследствии больше людей понимают, чем ты занимаешься. Спасибо. Да, я... Передайте не очереди, я тогда постараюсь кратко, чтобы, так сказать, я смотрю, что у тебя просто мысль уже, да, она на языке. Значит, я начну плавно с фандрейзинга и SEO в этом процессе, и потом перейду к стартап-битвам как таковым. Отлично, давай. Да, то есть у меня есть возможность наблюдать за процессом поиска инвестиций с 2 сторон баррикад. Я вот 80% своего времени занимаюсь инвестированием, и только 20% занимаюсь предпринимательской деятельностью. Просто, ну, вот так сложилось.
И мне кажется, что на относительно ранних стадиях проекта, а у нас все-таки те проекты, которые мы видим, они еще не являются бизнесом, который уже вышел там и покрыл, а они являются стартапами, но то, что мы поднимаем под словом стартап, роль CEO в привлечении инвестиций, она колоссальная, потому что инвестор еще не может до конца оценить, насколько бизнес взлетает, но он может посмотреть на личность человека, который возглавляет команду, и принять на основании этого решение о том, давать деньги или нет. Поэтому CEO вот точно нужно находить время для того, чтобы ездить по инвесторам и фандрейзить. А теперь к битвам. Для того, чтобы встретиться с каждым из вас, у вас в офисе, у меня бы, наверное, ушел бы месяц времени. Ну, с учетом там киевских пробок там и так далее по тексту. Выступая здесь, на сцене, на батле, стартап такой ковровой бомбардировкой покрывает сразу весь зал в течение 5 там, минут, да, и заинтересованные люди потом сами выкладываются. То есть это огромная оптимизация расхода времени на поиск нужных контактов. Поэтому, да, битвы важны, битвы нужны. Вот примерно так. Окей, а вы уже получали деньги? Были? Да, да, я более того, я и давал их туда сам еще. Надолго их вам хватило? То есть какой промежуток? У вас есть время нормально заниматься бизнесом перед тем, как пойти снова искать деньги второй транш? Я думаю, что где-то 3 месяца нормально, пока финансовые ресурсы позволяют. Всего 3 месяца? Ну, подождите, ну мы стадиями идем, тем более я же, так сказать, тоже всегда ищу способы разложить риски на всех, поэтому было бы неплохо сильного партнера также найти. Но у нас, смотрите, у нас бета началась, вот когда мы были в Польше, когда я выступал в Польше, это было 48 часов с момента старта беты. Это достаточно ранняя стадия, мне кажется. Да, согласен. Спасибо. Спасибо. Что касается времени, которое мы тратим на подготовку к батлам, на участие, это все-таки колоссальное количество времени и очень сильно отрывает от процесса разработки, но я считаю, что посещать подобные мероприятия нужно. Я согласна полностью со всеми плюсами, которые перечислили ребята, что могу сказать еще непосредственно о нашем проекте. Нам принять участие в стартап-батлах дало возможность познакомиться с партнерами, зафрендиться. Это разработчики игр, это разработчики периферии, и получить фидбэк от потенциальных наших пользователей, что существенно повлияло на разработку и на внедрение различных фичеров в наши продукты. Поэтому для нас принятие участия в стартап-батлах и подобных мероприятиях – это очень важная часть жизни, часть нашего проекта. Что касается непосредственно поездки в Польшу, был новый экспириенс, потому что здесь мы все уже друг друга знаем, мы друг к другу привыкли, мы знаем, как подойти к какому, ну, не к каждому, но к большинству менторов, инвесторам. И все-таки очень интересно было питчиться людям, которых ты не знаешь, что им интересно, не знаешь, в каких сферах они специалисты, это софт, это харды, и это ангелы, венчуры, поэтому как бы старались учитывать. Вот ребята не дадут слагать, мы за 5 минут еще до старта переделывали презентации, помогали друг другу, тренировали питчи, и в принципе, я думаю, это был очень полезный опыт для каждого из 5 проектов. Спасибо. Окей, спасибо. Передай микрофон, у нас еще один участник. Даже да, хотел бы сказать один момент еще добавить по поводу того, что есть вообще, в принципе, 2 модели развития бизнеса. Первое – это рост аудитории, второе – это рост revenue. То есть вам нужно акцентировать свое внимание на одном из них, не заниматься сразу 2. То есть вы можете либо растить аудиторию, либо продавать, реально строить работающий бизнес и растить его стоимость. В любом случае вам нужно растить стоимость. Рост стоимости бизнеса достигается 2 путями. Первое – это рост реального количества юзеров. Второе – это рост revenue, который эти юзеры платят. И вам нужно выбрать, по какому пути идти. Это первое. Второе – вам нужно выбрать рынок. Реально, перед тем, как заниматься бизнесом, вообще, в принципе, нужно походить по таким баллам, да, и провалидовать идею. Нужно ли это вообще людям, и после этого максимально постараться самим, либо с помощью каких-либо менторов, советчиков и так далее,
выбрать свой рынок. И дальше уже выбирать одну из этих моделей. То есть либо продавать, либо фандрейзить. И эти две вещи нужно делать на том рынке, на котором вы планируете строить свой бизнес. То есть либо если вы хотите растить количество юзеров, то вам нужны инвестиции, потому что нужно кормить команду и так далее. Вы идете и пичете свою идею, свой продукт на тот рынок, на который вы собираетесь выходить. То же самое и с продажами. Если вы собираетесь строить бизнес на рынке США, то не нужно пичить вообще в Украине, в принципе, и продавать здесь. То есть вам нужно сразу пытаться выйти на тот ваш целевой рынок, на котором вы будете строить свой бизнес. Вот единственное, что я хотел сказать. Спасибо. И у нас еще Александр. Скайпе. Так, я хочу сказать о том, что год назад примерно мы первый раз начинали питчиться, и у нас немножко другой продукт был, и после того, как мы там даже в пятерку лучших не попали, мы просто кардинально поменяли свой продукт. То есть что это говорит? О том, что когда ты питчишься, ты получаешь какой-то отклик от аудитории, и если твой продукт действительно интересен, то ты что-то выигрываешь, занимаешь там первые места и так далее. То есть почему важно практиковаться питчиться? Ну, потому что твой бизнес, который ты начинаешь, это стартап, да, это что-то новое. И если ты не будешь его кому-то продавать, там, через питч, учиться продавать, да, то тогда это будет сложно. И то есть это такой самый простой вариант, самый беззатратный вариант протестировать свой продукт перед большой аудиторией, даже на уровне идей. То есть не обязательно нужно иметь прототип и так далее. То есть формат питча это все позволяет. Как-то так. Окей, спасибо. Тогда у меня вопрос по Польше. Вы съездили в Польшу, показали, насколько я знаю, отличные результаты, победили. Вы можете вспомнить, что вам дала победа с практической точки зрения? Какие-то полезные знакомства, приглашения на новые ивенты? Возможно, еще какие-то возможности перед вами открылись? Нас, например, пригласили еще в Краков. Есть там акселератор при поддержке мэрии Кракова, которая состоится, у них состоится демо-дэй 7-9 ноября. Вот. И, скорее всего, что мы поедем туда. То есть, как бы, это один из там основных бенефитов, который был. Плюс знакомство с представителями польских венчурных фондов и понимание того, как вообще, если ты получишь деньги в Польше, то что будет дальше? Как ты будешь развивать свой бизнес, что для этого нужно? Какая экосистема в Польше вообще, насколько она релевантна тому бизнесу, да, и тем бизнес-задачам, которые стоят на данный момент. Вот, поэтому лично для меня было вот несколько, вот конкретно две этих вещи, плюс, ну, конечно, было все весело, очень хорошо организовано, вот, гостеприимно и так далее. Поэтому, как бы, две практических и одна и один эмоциональный бенефит от поездки. Про Польшу могу добавить еще такую вещь, что сами питчи, цель главная питча это какая-то, привлечь на самом деле внимание инвестора и потом перейти к диалогу более подробному, скажем так, рассмотрению собственного проекта, так называемого pre-due diligence, да, и так далее. И самый главный бенефит от Польши, который мы сейчас видим в плане фандрейзинга, да, то есть это то, что мы вышли на сцену и выступали перед непосредственно венчурными фондами Польши. Для кого-то из нас они были целевые, но, по крайней мере, для каждого из проектов, я думаю, что есть хотя бы два человека в той аудитории, перед которой мы выступали, так называемых целевых инвесторов. Целевых имеется в виду те, которые вкладывают в подобные проекты, у кого в портфеле есть экспертиза по этим направлениям. И вот непосредственно для нас это выступление было таким, скажем так, кратким напоминанием этой целевой аудитории перед самой следующей встречей, да, то есть, потому что пока ребята вот занимались там экскурсиями вечером, да, то есть... Я отправился, скажем так, на беседу с друзьями, и следующая, скажем так, уже интро и встреча с этими людьми после подобного питча, она гораздо более, скажем так, предрасполагает к, скажем так, предметному диалогу с инвестором, вместо того, чтобы как-то там устраивать какие-то коммуникативные вообще, в принципе, вещи за столом. Поэтому они уже знают, кто ты, они уже знают, откуда ты, они частично об этом слышали, они уже заинтересованы. И тогда вот диалог по самим цифрам уже идет совсем по-другому, да, то есть... Это просто, скажем так, интро, которое помогает дальше вести диалог более уже эффективно.
Поэтому считаю, что нужно выступать, да, и если это целевые инвесторы, то, соответственно, с ними нужно дальше уже встречаться в более, скажем так, теплой атмосфере. Блондинка из польского стартапа стала твоим партнером. Симпатичная? Да. Это главное. Я бы еще добавил, что украинские инвестора, они как бы с большим уважением относятся к проектам, на которые обратили внимание зарубежные инвестора. Они тогда как-то лучше начинают шевелиться. Как вы в Польше съездили? Выиграли? И что? С фондами поговорили? О, так может вам денег дать? Знаете, оно как-то такой элемент такого позитивного пиара. Нормально, Витя? Конечно. Еще до поездки в Польшу мы удаленно коммуницировали с различными фондами, с инновационными, акселерационными польскими компаниями. И было какое-то немного недопонимание, потому что есть опыт общения у нас, учитывая украинскую экосистему, есть опыт общения с американскими различными компаниями, но как-то с польскими было немножко недопонимание. Поездка в Польшу дала нам четкое понимание экосистемы, как это все происходит в Польше, не так, как у нас. Мое мнение, не знаю, ребята могут согласиться или нет, в Польше есть деньги. Это однозначно, это факт. Но поляки инвестируют в большей степени в проекты, которые имеют какое-то отношение непосредственно к Польше. Либо создают новые рабочие места, либо будут монетизироваться в Польше, то есть какой-то должен быть плюс непосредственно самому государству. Тогда без проблем, если у вас хорошая есть идея, если у вас еще есть прототип, вас возьмут с руками и ногами. И вот, собственно, после этого понимания для нас у них прояснилось вот этот недостающий один пазл, и прояснилось теперь, как мы можем участвовать с непосредственно Польшей, и стоит ли нам ввязываться в эту кооперацию. Ну, вот тот, наверное, огромный плюс, который мы для себя получили. Ну, согласен, по сравнению с Украиной, наверное, везде есть деньги. Не везде, но есть страны, где эта ситуация еще хуже. Есть. Кстати, я прошу прощения, да. Еще одну ремарку добавлю. Я для себя вынесла такой положительный момент, что на самом деле это хорошо, что это стимулирует украинские стартапы к развитию. В Польше и в Грузии я наблюдаю такую тенденцию, там государство всячески помогает стартапам. В России, кстати, такая же ситуация. Уже слышал мнение, что стартапы замыкаются на внутреннем рынке. Вот за Россию не берусь сказать, могу сказать за Польшу и за Грузию. И они не напрягаются. Они просто начинают расслабляться, потому что государство всячески предоставляет им всякие льготы, бонусы, инвестиции, и они расслабляются. У нас, когда ты понимаешь, что со всех сторон на тебя сыпятся какие-то камни, и все тебе препятствуют в своем развитии, то как бы тебя это стимулирует к большему развитию. Это хорошо. Больше хочется выжить. Да, я считаю, что нам очень крупно повезло в этом плане. И спросим еще Александра. Очень-очень коротко, у нас уже скоро Дамилин. Да просто никто об этом не говорит, но мне кажется, это прикольное время вместе, когда мы могли там и автопати какой-то вместе провести, и пообщаться. То есть это все в одной кухне варятся, и поэтому время, которое мы проводили вместе, очень полезно было. У меня еще вот такой вопрос. А как ваша команда справляется с обязанностями в отсутствии SEO? Насколько движется прогресс, развивается продукт, что-то делается? Давайте пару человек. Светлана. Ну, я могу сказать, за период отсутствия, как мы говорили, собственно, в Польше, команда замечательно справлялась с задачами, с разработкой. Более того, продемонстрировали хорошие результаты по итогам нашего возвращения из Польши. И вот сейчас мы планируем все в октябре и в ноябре длительное время отсутствовать. Я надеюсь, что они справятся и покажут хорошие результаты. Наоборот, наша команда техническая говорит, что они могут сконцентрироваться на работе, когда мы отсутствуем. Супер. Еще один ответ, и дадим время на вопросы из зала.
На данный момент наш CEO находится в Штатах, в Нью-Йорке, и на самом деле сложность заключается в коммуникации, потому что разница 7 часов. Это, наверное, единственное, что мешает нормально, не то чтобы нормально, и так рабочий процесс организован нормально. Но чтобы было еще круче, было бы классно, если бы мы могли общаться хотя бы там в одном временном поясе. Вот. А так, в принципе, всегда есть Asana, есть целый ряд других сервисов, которые позволяют нормально организовать рабочий процесс с точками контроля, с дедлайнами и так далее. Поэтому все на контроле, все получается, было бы желание, и самое главное — делать, и все. Супер, спасибо. Есть вопросы из зала? Кто хочет о чем-то спросить, ребят? Не знаю, про польское пиво спросить. Сколько денег собрали? Или никто ничего не собрал? Ну, я имею в виду, появились ли какие-то инвестиции после поездки, да? Вот я услышала, тут есть мнение интересное, да, что в Украине по-другому начали воспринимать эту всю историю. А там, на каких-то инвесторов, что там много денег? На самом деле это не совсем такой скоротечный процесс. И прийти через день уехать оттуда с деньгами — нет, так не было. Но контактами обзавелись, я думаю, все. Сразу, то есть просто после общения по структуре гораздо легче сейчас общаться с теми же фондами, потому что на самом деле польская комьюнити довольно закрыта. Вот, но особенно после автопати. История умности человека об этом. Очень хорошо реагируют на наши звонки, общения и так далее. То есть договоренности есть, но их надо еще реализовать. Потому что 3 дня очень мало на самом деле нахождения там с ними. Я за всех буду отдуваться. Как вы считаете, почему польские стартапы проиграли? Ну, то есть насколько, почему мы такие умные, или чего там им не хватило всем? Об этом была речь на панельной дискуссии. И поляки сами говорили следующее, что само государство создает такую инфраструктуру, когда молодым людям доносится месседж о том, что классно получить хорошее образование и идти наемным работником на работу. У тебя будет нормальная пенсия, у тебя нормальная там... Да, у тебя все стабильно, все хорошо. И поэтому поляки живут в этой модели, живут в этой модели сами по себе. И от этого нет мотивации, точнее, она всегда есть мотивация становиться предпринимателем, но так как у тебя вокруг, в принципе, много шансов, меньше рисков, работая на наемной работе, да, соответственно, и нет большого смысла становиться предпринимателем. Вот, наверное, вот из-за этого там в целом предпринимательством, в частности, наверное, стартапы. Но у них не горели глаза у тех ребят? Не знаю. Я знаю только, что наши горели точно. Вот, как там. Все, микрофон тебе не дает, все сейчас. Про девушку расскажи тогда. Ты после провокации боишься, что я раскрою, то есть все те нюансы, которые мне не стоят, да, другие подробности. Как кокетливо, да, он такой... Да, в общем, если говорить на самом деле, вот почему там в Польше так происходит, то вот из тех друзей, которые есть у меня там, у меня есть товарищ, который там поднял более 1 000 000 евро и так далее, и он объясняет всю ситуацию. В Европе в целом денег очень много, а стартапов очень мало. И конкуренция между этими стартапами достаточно низкая по одной простой причине. Социальные дотации населения, вот как уже Андрей сказал, да, то есть в плане зарплаты всего остального, они не мотивируют, скажем так, быть креативным, быть изворотливым, они не мотивируют к тому, чтобы, в принципе, создавать какую-то инновацию. То есть, чем более благополучное общество в плане социальной дотации, тем, соответственно, есть корреляция на то, что тем меньше стартапов как таковых. Это обычная правда. Например, все знают, что Силиконовая долина – одно из лучших мест в мире, где можно развивать стартап. И просто к слову, там одна койка в каком-то заброшенном, я не знаю, там, вагончике, она может стоить 3 500 долларов в месяц. Да, то есть для степени выживаемости, скажем так, человека должна быть намного выше, если он хочет там что-то развивать. То есть, соответственно, конкуренция выше, соответственно, и решения другие. Growth hacking, там так называемый, да, то есть когда ты
из ничего создаешь что-то, без денег создаешь продажи, маркетинг и все остальное, а там намного выше. И люди оттуда, вот, например, даже из Нью-Йорка, Америки, и на самом деле те стартапы, те предприниматели, на которых стоит ориентироваться, потому что то, как они выступают, то, как они рвут и мечут, это на самом деле вот тот пример. А Европа сейчас полна денег, но стартапов, которые говорят, что они готовы там что-то развивать, достаточно мало. Поэтому сложилась такая ситуация. Для нас, вот, например, все сейчас начинают предлагать варианты сотрудничества с фондами во Франции, в Австрии и в других странах, если мы готовы развиваться на эти целевые рынки. Но это не наши целевые рынки, поэтому такая подсказка для тех, кто нас слышит. Для тех, кто готов работать с Европой, можете обратить туда внимание, если вы там готовы открыть бизнес, компании, готовы платить там налоги, да, то есть на том уровне, на котором они там, в том числе с зарплатами людям, то это может быть хороший путь поднять там 1 миллион, 2, и, там 3 на каком-то пост-сидовом раунде, да, то есть на раунда. Последний ответ, будем завершать. Просто еще добавить, почему все едут в Штаты, не потому что рынок там и так далее, потому что там очень сильный уровень менеджмента. То есть все бизнес-девелоперы, все крутые селзы и так далее, они все там, и их нужно нанимать там. Поэтому это является там одной из главных причин, почему компании стараются переезжать именно туда. Спасибо. Мне рассказывают организаторы, что у нас заканчивается время, поэтому будем завершать дискуссию и продолжать мероприятие. Буквально спустя несколько минут. Передаю слово. Спасибо огромное, ребята. Отлично. Поделились опытом, рассказали очень интересно. Думаю, всем было познавательно узнать подробнее о поездке. Сейчас будет небольшой перерыв, 15 примерно минут. Есть одна маленькая просьба. Пожалуйста, не курите в туалете. Похлопаем, победили. Что, мы задумали еще один новый формат. Исключительно для инвесторов, то есть мы организовываем закрытый клуб инвесторов. Первый раз, который соберется, наверное, в ноябре, где-то 23-24 ноября. Поэтому, если у кого-то есть желание участвовать в таком клубе, он будет построен вокруг синдикации сделок. То есть там стартапы так вот, как здесь на БАПа, выступать не будут. Вот, но будет немножко все по-другому устроено. То приглашаю, подходите, расскажу чуть больше деталей. Познакомлю с руководителем клуба, который будет этим направлением заниматься. Вот. И будем рады вас видеть. Ну что, представлю наших экспертов. Уже представила еще раз Александр Сорока, CEO и фаундер Startup Network. Алексей Жабский, директор по развитию международной образовательной программы Евростюдент. Алексей Мась, эксперт в области интернет и мобильных разработок. Александр Нестеренко, CEO и фаундер ArtKB, New Product Development. Андрей Пастухов, CEO и фаундер CEO of Skydive Acceleration Program, partner in Expert and Consulting E&C. Тут Аркадий Вершебенюк присоединится к нам в дороге. Да, Аркадий, генеральный директор Uber Украина. Евгений Шульгин, основатель международной организации «Контакт и Шум». Евгений Дейнеко, известный эксперт в психологии бизнеса и денег, психолог и успешный бизнесмен с 20-летним опытом. Так, Евгений Нетреба, также в дороге точно знаю, что будет. Евгений Ассоциейт, Черновецкий Инвестмент Групп. Наталья Владимирова, патентный поверенный Украине, управляющий партнер, патентно-правовая фирма Prima Veritas. Валерьяна Кацария, также в дороге, тоже присоединится, CEO Studio Master of Innovation. Сергей Ноздрачев,
успешный предприниматель, коуч и преподаватель курса предпринимательства в Киево-Могилянской бизнес-школе. Так, экспертов представили. Так что всем понравился тот опыт, о котором рассказали ребята в первом блоке? Да. Да? Вот мне больше интересно мнение не ваше, как эксперта, Сергей. Наоборот. А мне больше интересно мнение стартапа, представителей стартапа, начинающих предпринимателей. Всем понравился тот опыт, о котором рассказали ребята в первом блоке? Понравилось. Хорошо, просто хочу объявить о том, что победитель сегодняшнего батла, сегодняшнего финала по результатам голосования экспертов войдет в состав сборной стартапов Украины и будет участвовать в ближайшей континентальной битве стартапов в одной из замечательных стран Европы. Мы скоро скажем, в какой. Это уже будет не Польша, другая страна. Вот, поэтому, пожалуйста, питчить нужно громко, четко, всем понравится, ну и выиграть, соответственно, понравится вот этим вот экспертам, которых я только что представила. А, как обычно, на питч 4 минуты, 3 минуты на вопросы от экспертов. И давайте начинать. Список все уже видели на лендинге, он есть внизу. Первый у нас Ракун. Пожалуйста, Светлана. Светлана Мальона, I'm CEO and co-founder of Project Raccoon. Raccoon presents you guys to interaction with virtual world. We used to believe what we can see, smell, hear and taste, but as we can see, the issue with tactile perception is still not solved. Our solution gives you an opportunity to interact with the virtual world with the same feeling as in everyday life using your own hands. You can feel the texture of a virtual object, and due to the second function of force feedback, you won't squeeze your hand more than around the virtual object. We conducted a SWOT analysis and identified that the largest market for our products are markets of games and VR, and especially in such countries as the USA and China. We understand that our project will have success only with qualitative soft and a lot of games to play. That is why we are on the stage of negotiation with such companies as Crytek and SoftServe, because we are going to give our gamers what they expected. Today we have created a different products in VR, like a maximum functioned VR glove, like a clip, a simplified version of our technology, and like a middle product, a prototype of middle product VR glove. This September we took a part at the festival We Game, where we gave gamers an opportunity to play with in different games with a clip, and the gadget has got a success even through the fact it's only a prototype. That is why we decided to enter the Kickstarter with this very gadget. And today we have created a better prototype. It could be mobile. We are developing different games and soft for the clip in VR and AR. As I have already told, we are going to enter the Kickstarter there this autumn, and we are going to give citizens of Kyiv the chance to play with the clip in different gaming clubs. As for the VR glove, today we have created a functioning prototype which is under alpha testing and under patenting stage in Ukraine and in the USA. And pay attention that the product will be much compact and appealing to the customer, not like this prototype. The market of VR glove is full of stiff competitors, but all of them don't give you the exact contact of feeling as it's with real object. And our advantages are number of level of availabilities as with human hand and the ratios of force feedback. This is a complete response. We need 7 months to take our prototype to the industrial design model, and then we are going to demonstrate and to play with different VR games with our lab. We can use our solution also with such areas as medicine and rehabilitation. And we need $300,000 till the September of the next year. And there this autumn we are looking for money for entering the Kickstarter. And here it is, the
money that we need in different times. Here it is our team. Technical staff includes CTO, engineer, industrial designer, programmer, and so on, and a lot of cool guys at the outsourcing. Raccoon, gadgets for VR, thank you for your attention. Any questions of his prognosis? No questions? Светочка, указала, что там есть 7 патентов, ну я представитель патентных историй, на что патенты и в каких странах? Это опыт наших разработчиков на патенты в Украине, на патент на что? Патент на изобретение — это не патенты на наши продукты, это экспириенс нашей команды, членов нашей команды. Это просто экспириенс вашей команды, это 7 патентов в разных сферах, не на этот продукт. А это на этот продукт кто-то есть защита? На наш продукт, как я сказала, мы сейчас патентируем его здесь в Украине, подали заявку в Америке, и после экспертизы в Украине планируем подавать в PCT. Америку мы решили идти вне очередь, ну потому что это наш целевой рынок. Из этих 300 тысяч сколько денег на Kickstarter и на патент в Штатах? Смотрите. На Kickstarter вот сумма до конца этого года 40 тысяч, это сумма, которая включает текущую разработку до конца этого года по перчатке, включает кампанию на Kickstarter и съемки видео. Дело в том, что мы здесь отобразили те суммы, которые мы посчитали, нам не хватает, потому что на сегодняшний день мы занимаемся собственным финансированием этого проекта, вот, и у нас уже запущена кампания, у нас уже снимается видео, и у нас уже начались разработки одной игры для клипа в направлении AR непосредственно под Kickstarter, потому что мы планируем на выходе на Kickstarter инвестировать минимум 3 игры. Как вы собираетесь сделать mass production? Первый вопрос. И второй вопрос. Есть у вас какие-то сертификации европейские, американские, что-то не приносит вреда? Нету облучения, нету там и так далее, физиологии проблематичной? Сертификации у нас нет на сегодняшний день. Мы работали с различными клиниками, с химиками, с врачами по поводу использования материалов для перчатки и для клипса. Действительно, у нас наш технолог уже полгода занимается этим вопросом. Мы планируем проводить сертификацию. Вы знаете, сколько стоит сертификация, например? Я принимала участие как консалтинг в подобном проекте. Я занимаю порядок цифр. Но сумма занимала больше 100 тысяч. Прохождение сертификации. И, возможно, мы будем проходить сертификацию. Я не готова сейчас ответить на этот вопрос. Однако на стадии бета-тестирования мы планируем отдать различные клиники, материалы, перчатки для тестирования, именно на предмет того, чтобы не было аллергии, раздражений и так далее. Спасибо, Светлана. Время закончилось, к сожалению. Спасибо. Напомню, что Светлана – это победитель по результатам голосования экспертов в битве стартапов, континентальных битве стартапов Польша, Украина. И я приглашаю следующий стартап. Спасибо. Меня зовут Василий Рий, я маркетинг-директор и сооснователь проекта Webster. Webster – это платформа, конструктор туннеля продаж и маркетинг-чат-ботов, который позволяет поставить лидогенерацию, поддержку и продажи на автопилот. И все это через мессенджеры, а не через email. Работая более чем с 2000 бизнесов по всему миру за последние 5 лет на рынках Европы, Австралии, США, в том числе русскоязычных, мы обнаружили, что главная проблема бизнеса – это то, что их реклама не конвертируется в нужный уровень прибыли. И самое главное – это то, что стоимость привлечения клиента, как правило, часто выше, чем та прибыль, которая получается. И самым основным решением, которое помогало решить эту проблему, было создание туннеля продаж. Это инструмент, основанный на том, что он создается через сайты, email-маркетинг, платежные системы, CRM-системы и прочие сервисы, которые обычно в ежемесячных расходах требуют порядка 2-2,5 тысяч долларов. Требуют большое количество маркетинговых и технических навыков, что в принципе сложно, дорого, однако до сих пор еще эффективно, но недоступно для большого количества бизнесов. Поэтому мы решили создать свое решение Webster, которое позволяет создать туннель продаж со всеми нужными инструментами для того, чтобы увеличивать либо масштабировать продажи менее чем за 4 часа, да, то есть от запуска, от старта, и протестировать весь этот процесс без технических и маркетинговых навыков.
Мы это подтверждаем на ряде хакатонов, когда просто буквально в несчитанные часы мы можем запустить полностью рабочий так называемый туннель продаж, опять-таки, да, то есть буквально за 2 часа, где есть все готовые инструменты для того, чтобы эта так называемая воронка начала принимать оплаты, маркетинг-чат-боты начали поддерживать клиентов и автоматизировать поддержку. CRM-система встроена, которая позволяет управлять теми же продажами. Мы сейчас работаем над алгоритмом искусственного интеллекта, который будет автоматизировать продажи на основе поведения покупателей. Далее мы работаем мультиканально, то есть имеется в виду, что решение с чат-ботами позволяет нам работать на всех мессенджерах сразу, да, то есть лидогенерировать через Facebook, Skype, VK, Line, WhatsApp и все остальные. В том числе мы прикрутили то, что называется приемы в один клик и рекуррентные платежи внутри мессенджера, что позволяет существенно увеличить количество прибыли, которую бизнес может генерировать. Также мы создали ряд уникальных инструментов, которые позволяют создавать так называемую базу подписчиков в мессенджерах и, соответственно, все инструменты, чтобы ее монетизировать. Их конверсия существенно выше, и главная особенность в том, что можно теперь подписываться человеку на какой-то контент в один клик. В том числе есть сквозная аналитика сразу внутри системы, то есть видно каждый канал рекламы, насколько он был эффективен и насколько хорошо работал тот или иной туннель продаж. 30 секунд осталось. Рынок сегодня порядка 26 миллиардов долларов только в США, он растет 7% в год. И более 400 миллионов предпринимателей бизнеса в мире, которые, в принципе, нуждаются в подобном решении, потому что им нужна маркетинговая автоматизация, поддержка и все остальное. У нас есть трекшн, что без продукта и без всего остального мы смогли запустить продажи, порядка 20 клиентов в закрытой бете. Сейчас мы готовимся на запуск в Америке и на развитие на этот рынок дальше. У нас команда 7 человек, у нас есть опыт в аутсорсинге, IT-аутсорсинге, маркетинге. Наши решения сделали порядка 5 миллионов долларов нашим клиентам за последние 3 года. Если вам интересно с точки зрения инвестиций, либо использования в своем бизнесе, пожалуйста, обращайтесь, будем рады с вами пообщаться. Спасибо. Вопросы? Знаете, вот всегда такие решения, они, с одной стороны, интересны, с другой стороны, не совсем понятно, как это работает. Да? То есть можно какие-то кейсы, примеры конкретного какого-нибудь клиента, у которого была какая-то проблема, и вы нашли решение? Что у него было и что у него стало? По поводу «было-стало» я вам могу сказать собственный пример. То есть мы сейчас сами используем это решение для того, чтобы делать продажи у себя, там мероприятия, билетов, полностью сейчас на себе тестируем. Если сказать вкратце, то мы полностью отказались от таких штук, как лендинг-пейджи, соответственно, это экономия порядка $1000 на каждом, если он нужен качественный. Мы отказались полностью от всех внешних решений по CRM-системам, email-маркетингу и всему остальному, это экономия. А в качестве конверсии мы сейчас получаем конверсии на том же уровне, что мы получали с email-маркетингом в этом, на первом этапе регистрации, где люди могут регистрироваться в один клик. Как это работает? Если у меня сейчас запустится презентация. Это 5 шагов, которые позволяют просто бизнесу подключиться к любому каналу мессенджера, то есть создать своего бота, настроить вот такой туннель с предложениями, приемом оплаты, всем остальным. И, собственно говоря, начать принимать, скажем так, пользователей, которые сразу через этот инструмент могут начать покупать. Было-стало, я вам могу сказать так, что наш опыт показывает, что практически в 4-5 раз в среднем в первые 7 дней увеличивается эффективность именно в первую продажу. Дальше сейчас мы туннели больше 2 недель еще на этой платформе не строили, поэтому не могу ответить. Все-таки больше ориентировано на тех, кому нужно оптимизировать существующие продажи, а не создать с нуля. И то, и другое. Оно работает на 2 направления. Первое – это те, кто хочет тестировать новые ниши, новые продукты достаточно быстрее, чем это было раньше. Потому что раньше, чтобы протестировать эффективным образом какой-то перегретый рынок, нам нужно было создавать в течение 3 недель туннель, например, на 7 дней. И это требовало большого количества времени. Сейчас это можно сделать за 4 часа. А какой у вас уровень конвертации сегодня? Уровень конвертации из кого в кого? Ну вот бот вы запустили, сколько происходит покупок? Если мы говорим про конверсию из подписчиков в продажи, да, например, то в среднем у нас сейчас от 10 до 15% людей с средним чеком, например, 150 гривен это на мероприятие. Да, то есть из, грубо говоря, 100 подписавшихся, да, то есть 15, даже больше уже покупают именно с средним чеком. А кто ваши конкуренты? Могу отмотать. Конкурентами можно назвать, скажем так, целый ряд платформ, которые позволяют создавать чат-ботов. Но мы их называем настолько же бесполезными, насколько являются бесполезными сайты на WordPress, если они не сделаны маркетологом продающими. Да? То есть если сайт на WordPress не переделан в лендинг, который конвертирует в продажи, то, соответственно, этот сайт бесполезен. Соответственно, точно так же сейчас происходит с ботами. Все пошли в историю создания конструкторов чат-ботов, но забыли одну такую вещь, что для того, чтобы конвертировать трафик в продажи, нужно больше, чем просто
чат-бот. И вот мы объединили все те инструменты, которые позволяют конвертировать трафик на автомате в покупателей. Причем это можно делать с настройкой вплоть на все 365 дней вперед. Угу, спасибо, Василий. Пожалуйста. Время все. Напомню, что Webster – это победитель по результатам голосования экспертов в одной из киевских битв, точнее, отборе, как раз для Польши. Так, спасибо. Всем добрый вечер. Меня зовут Виталий, я представляю на этой битве стартапов проект Proximed, и сейчас я вам расскажу, чем он надо. Наверное, все здесь присутствующих людей сталкивались с тем, что были в больницах, да, и видели, как тяжело коммуницировать с врачами. Когда ты лежишь в палате, не можешь позвать медсестру, ты не знаешь, что тебе назначено на сегодня, какие процедуры, ты не можешь посмотреть свою карту, там карта потерялась, нет информации и тому подобные вещи. Мы решили эту проблему решить и разработали вот такую вот информационную систему. Что она дает? Это фичи, которые я только что назвал, это просмотр графика дежурств, графика процедур для пациентов, сделать экстренный вызов медсестры, посмотреть виртуальную медицинскую карточку, создать документ, электронную очередь. Наша информационная система представлена тремя частями. Это приложение для пациента. Вот представлены ее скриншоты. Собственно, интуитивно понятный интерфейс. Дальше приложение для врачей. На него мы сделаем основной акцент. И в дальнейшем мы планируем вынести его как отдельный проект. Что оно дает? 80% времени приема у врача тратится на то, чтобы заполнять бумаги. И мы решили эту проблему таким образом, что врач просто выбирает из списка документов, которые он хочет заполнить, будь это там справка, направление и так далее. Формуляр уже готовый, он загружается. С помощью соответствующих кнопок он голосом говорит. Сервер это все обрабатывает, заполняет формуляр, он может это распечатать. И это доступно в любом виде, можно отредактировать. Выглядит это примерно так. И это сайт. Сайт это для каждой больницы, будет свой личный кабинет и так далее. Собственно, это тоже пример скриншота сайта. Наши клиенты. Ну, нашими клиентами являются все медицинские учреждения Украины, как частные, так и государственные. Вот наше инвестиционное предложение. Зачем это надо для маркетинга? Показатели. Ну, собственно, все. Если есть вопросы, задавайте. Есть ли у кого-то вопросы? Вы вообще проверяли ваших конкурентов? В Украине? Вообще по миру? По миру, да, проверяли. И почему будете лучше их, и почему будут пользоваться вашим сервисом? Для врачей это как раз только больше работы. Зачем им пользоваться этим? Потому что легко, просто, экономит время. Кто у вас средний будет покупать, потребитель вашего сервиса? Сколько лет ему будет? Какого возраста? Это вот в больнице, когда лежит человек. Это смартфоны сейчас появляются, наверное, от 13 лет. С какого возраста? Ну, с 10 лет, допустим. В больнице 10 лет практически не лежат. В основном лежит старшее поколение. Они не видят, не понимают, как пользоваться этими смартфонами. Вот как вы их научите таким сложным интерфейсом пользоваться? Там нет, на самом деле, ничего сложного. Будем пробовать. В больницах сейчас, на данный момент, есть некоторые системы информационные. Мы планируем с ними наладить интеграцию и пользоваться вот подобным интерфейсом, да. У вас есть какие-то протоколы, которые поддерживаются государством, разрешены в них заполнять данные больничные, security на должном уровне, что никуда не попадает? Security на должном уровне мы организуем. По поводу протоколов, на данный момент мы официально этого еще ничего не делали. Мы имели разговор конкретно с комитетом здравоохранения, они сказали, что в принципе идея неплохая. Они вам дают разрешение пользоваться этой идеей, внедрять это в государственные учреждения? Подобных диалогов еще не было. У кого-то еще есть вопросы? Хочу прокомментировать, кстати, победитель по результатам голосования гостей одной из битв, проведенной в Полтаве. Поэтому, собственно, потребитель сказал «да». Если... Да, видимо, да. Тут дело в том, что, прошу прощения, что перебиваю, да, основной интерфейс, даже не интерфейс, а основной такой уклон наш на приложение доктора.
То есть научить докторов пользоваться там двумя кнопками – это небольшая проблема, но экономия времени – это просто колоссально. Я вот не совсем понял, на какой вы стадии сейчас? У вас есть вот прототип? У нас уже есть готовые компоненты, мы вот их собираем. Мы хотели привезти, но просто не успели собрать. Понятно. Знаете, ну вот где-то с полгода-год назад был там проект, наверное, на такого же как бы потребителя, да. То есть просто хочу прокомментировать, может быть, для вас это будет новостью, да. Там, если вы собираетесь зарабатывать деньги на украинских государственных клиниках, да, то это нонсенс, к сожалению. Ну на государственных клиниках мы планируем дать. Частных клиник, к сожалению, в Украине ну не так много, да, и у многих из них уже что-то внедрено. Например, есть компания Elix, которые тоже есть какие-то свои решения. Есть решение 1С, тоже по медицине, и, в принципе, как бы их можно интегрировать. Поэтому тут вопрос, кто у вас все-таки платит, кто у вас основной, то есть модель монетизации, от кого модель вы берете деньги? Модель монетизации следующая. Государственные клиники это получают бесплатно. Далее частные клиники это покупают за подписку. Далее мы на вкус каждой клиники дописываем любые модули, которые им интересны, и вот так вот монетизируется. Я вам тогда еще добавлю. Значит, у многих клиник были похожие предложения, упирались они в то, что в принципе в клиниках есть какая-нибудь баба там Маня, да, у которой вручным способом ведется журнал, ничего нового она осваивать не хочет, и более того, денег на покупку нового оборудования тоже там нет. Это просто комментарий, подумайте, возможно, там идея классная, но, возможно, вы не на тот рынок просто идете. То есть это не Украина. Окей, время закончилось. Я понял, спасибо. Угу. Спасибо за комментарий, спасибо вам. Hi, I'm Alex Gorin, CraneLocator.com, the Netherlands. We have identified the narrow targeted industrial niche in construction and transportation business. Project logistics. This is a super heavy oversized cargo. It's lifting, transportation, and installation. Each step of the above requires engineering and planning. Very special project equipment. Project-related services. A lot of different kinds of related services. More clear to see on the real use case. Gas turbine project preparation. Massive weight and dimensions. Can be compared with 5 fully loaded trucks and trailers, but is one large body. This small subject must be delivered from the center of France to Kazakhstan power plant. To execute such a project, it requires 16 different steps. It requires also 9 special equipment units. And 10 related services, all in different countries. The general problem of this market is the huge lack of good structured information. Really very difficult to search the right project equipment and related services in the required region. Special parameters. 30 секунд осталось. Okay. CraneLocator grows the digitalized and structured database of equipment and companies. And we connect all business sides of this niche. How we can compare how we calculate the project preparation. Own team, CraneLocator, and third-party company. So we obtain the win in time of several times and the win in cost of several hundred times at least. The huge whole market size is about 35-65 billion per year. The most interesting segment is wind power. It grows every year exponentially. Currently, we are at the stage of active company and equipment registration and first deals, commission deals, from requests of equipment and services. We have interesting, strong equipment, strong competitors, but didn't found at least one of them who covers this niche for 100%. Our team includes one business guy with 11 years experience in different European project logistic companies. Other guys are co-founders, co-owners of small IT company in Ukraine, which developed this project to the current stage. We know each other many years, and we have several projects jointly developed. Thank you for the attention. I am ready to questions. Ваш продукт в чем?
Самое интересное в нашем продукте – решение проблемы – это community, database и потоки, закрученные потоки здесь. Окей. Окей, я скажу. Кровь нашего проекта – это реквесты, запросы. То есть существуют запросы, потому что действительно очень трудно выполнить проект в различных странах. Конечно. Мы помогаем решить. Иногда запрос к нам приходит на полностью проектную логистику, вот как в описанном юзкейсе, там из Франции в Казахстан, из Нидерландов в Болгарию, в Белоруссию. С помощью нашей платформы ищут подрядчиков самостоятельно. То есть люди могут искать мелких субподрядчиков для себя. То есть крупные игроки этого рынка уже обращаются к нам за помощью, дают нам запросы на эту технику, на технику и на сервисы. Да, вот в этом цена. Я прошу прощения, Наташ, это ваш кейс? Это кейс наших партнеров, с которыми мы сравнивали, okay, считали, а ваши есть? Они подтвердили. Наши кейсы, ну, есть. Они не такие, как бы, яркие и впечатлительные, но мы собираем базу данных. То есть у нас сейчас уже 560 железок на карте и 260 компаний, кажется. Сегодня 4 зарегистрировалось. Продукт работает, им пользуются, есть первые сделки, и сначала, то есть мы как бы развернулись только что после пивота сейчас, был тупик. В чем отличие между вашим продуктом и конкурентом, который там сейчас? Конкуренты, часть конкурентов сегментируется на очень небольшой участке категорий, другая часть… Например, какие категории? Категории техники. Одни работают только по кранам, и все. Другие работают только в Центральной Америке, все. Третьи работают, представляют свои ресурсы. То есть они ограничены ресурсами своей компании. Никто не идет в глубину. А почему он будет доверять вашему ресурсу? Дело времени. Будут доверять. Проведенные сделки – это и есть фактор доверия. То есть большая проблема еще именно доверие между компаниями. Найти компанию с хорошей репутацией между странами третьего, первого мира – это проблема. Мы помогаем, то есть выполненные проекты дают возможность оценить качество этого проекта. И какое финансовое обоснование вашего проекта? Вопрос не понял. Ну, сколько нужно инвестировать и какие прибыли? Сейчас нам нужно 100 тысяч долларов. Это нужно на контент-маркетинг, development и более активный сбор базы. Хорошо, время закончилось. Спасибо большое. Спасибо. Это был победитель битвы в Полтаве по результатам голосования экспертов. Меня зовут Приходченко Роман. Приходченко Роман. Да. Я представляю 3D Innovation Group. Микрофон, пожалуйста, поближе. Да. Слышно? И громче. Да. Вот если будете говорить громче, будет слышно. Хорошо. Меня зовут Приходченко Роман. Я представляю проект 3D Innovation Group. Итак, существует на рынке проблема. То есть есть люди, у которых просто есть идея, они хотят ее реализовать, создание какого-то технического устройства или гаджета. То есть у них есть идея, есть понимание аналитики, но они не понимают, как сделать сам прототип. То есть из-за того, что у них не хватает умений, навыков, опыта в программировании, электронике и так далее. Мы предлагаем комплексное решение. Это 3D-моделирование прототипа, конструкция, сборка, пайка электроники и полностью сборка функционального устройства. Подробнее. 3D-моделирование. От более простых, таких как SketchUp, до более сложных и профессиональных, это SolidWorks, 3D Max и другие. 3D-печать. Мы уже имеем опыт около 2 лет 3D-печати и можем делать различные конструкции и компоненты. Сборка на базе микроконтроллеров. Это могут быть как Raspberry Pi, так Arduino и другие более новые микроконтроллеры. Примеры проектов. Здесь представлены принтеры, которые мы собирали, полностью дорабатывали, полностью смоделированные модели рекламных конструкций, модели прототипов управления электроникой и пример велосипедной рамы. Человек хотел реализовать свой проект карбоновой рамы, и вот мы ему делали прототип.
В чем наше преимущество? По сравнению с другими, это все в одном месте, комплексное решение. То есть вы получаете и продукт и внешне, и функциональным. У других компаний это получается, то есть вы потратите больше времени, больше ресурсов и, возможно, даже не получите консультаций. Наши клиенты – это малый и средний бизнес, люди, которые имеют какие-то свои идеи, энтузиасты, стартапы и другие. Доходы. На данный момент доходы у нас от небольших проектов до крупных, и можно достичь цифры 30 тысяч в месяц и 300 тысяч в год. Спрос. Сейчас на рынке постоянно развиваются гаджеты, технологии, и поэтому все больше и больше людей создают какие-то стартапы именно хардвера, именно какие-то устройства. Также 3D-печать стремительно развивается и внедряется в различные отрасли, поэтому это очень перспективный продукт. Все, спасибо за внимание. Спасибо. У кого есть вопросы? А что вам нужно? У вас все хорошо, по-моему. Смотрите, мы видим наше дальнейшее развитие в том, чтобы усовершенствовать свою базу, увеличить количество людей, которые у нас в команде, то есть более больших, ну, как профессионалов, да, в электронике, к примеру. Заказы откуда? Заказы в основном местные, то есть вот мы находимся в Сумах, в принципе мы понимаем, что можно выходить на зарубежный рынок, что там есть люди, которые интересуются в прототипах устройств, и это дешевле у нас делать, чем за рубежом, поэтому пока работаем на тех заказчиков, которые есть. Да, скажите, пожалуйста, а в каких именно областях вы работаете? То есть идей может быть миллион, да, в различных абсолютно. Электроника, все что угодно. Да. Вот что именно, к вам пришел человек, хочу вот это. Как вы их отбираете, смотрите, как это происходит? Мы не отбираем, то есть есть у человека потребность, да, вот какой-то реализовать механизм, к примеру, рекламной какой-то конструкции. Он приходит и говорит, что вот у меня оно должно примерно так работать, тут есть такие компоненты, там, я предлагаю сделать из того-то. Мы рассматриваем это решение. Ну, как бы его... То есть вы по ходу уже находите каких-то специалистов, да, потому что невозможно иметь в команде всех абсолютно, электронщиков и там… Ну, мы на самом деле такая универсальная команда, нас немного, но у нас есть и те, кто дизайнеры, и инженеры, и, ну, как бы... А вы гарантии какие-то даете на свои решения? Что-что? Гарантии даете на свои решения какие-то? Что вот раму вы сделали, она не поломает через 15 минут? Здесь рама как демонстрационный образец, то есть она пластиковая просто для того, чтобы показать инвестору, что... он так будет выглядеть. Потому что если он видит 3D-картинку, он не понимает. Ну, вы же разрабатываете, понятно, но вы же разрабатываете какие-то продукты, вы говорите, вот, как-то отвечаете за их качество, то, что это будет работать, что будет должного уровня, должного стандарта. Не, ну есть определенные стандартные там, по крепости, по как таковых стандартов или каких-то. То есть гарантии вы не даете? Мы сейчас не можем давать, да. Еще какие-то вопросы? Вопросы? Окей, спасибо, Роман. Спасибо. Это был победитель по результатам голосования гостей в городе Сумы. Тоже наш победитель из Сум по результатам голосования экспертов. И дякую. Кликер, пожалуйста, возьмите. Кликер возьмите. Так. Шановні експерти, шановні присутні, сцена, пожалуйста. Я маю честь представити вашій увазі розроблений нами мобільний додаток FarmGuide. Я представлюся, Атаман Юрій, лікар, організатор охорони здоров'я. В нашій команді також IT-спеціаліст і економіст. Які проблеми були підґрунтям створення нашого програмного продукту? Власне кажучи, проблеми відомі, вони давно обговорюються в світі. Це і велика кількість назв препаратів, дефіцит часу, психологічні перешкоди. Що запропонували ми для того, щоб вказані проблеми вирішити?
Власне кажучи, наш додаток з кожного з основних напрямків пропонує певну пропозицію. Перш за все, це економія часу. Хто користувачі наших послуг? Додаток первинно розроблявся для медиків, для парамедиків, лікарів невідкладної допомоги, лікарів, які в найбільшій мірі відчувають той дефіцит. Власне кажучи, він є корисний для провізорів, коли стоїть черга в аптеці, власне кажучи, людина вже збирається йти, придбала ліки. І останнє запитання, а як його пити? Інколи ставить провізора, будемо казати, глухий кут, і вимушені відкривати інструкцію, вимушені дивитися. Цей додаток, мені здається, і нам здається всім, що певною мірою спрямований на... Як же ми досягаємо поставлених цілей? Власне кажучи, нашими перевагами є те, що вказана інформація тільки про дозування продуктів, кратність їх прийому і тривалість, це досить мала кількість інформації. Окрім того, внесені тільки зареєстровані в Україні ліки, інформація структурована і потреби у інтернет-з'єднанні немає, тому можна це використовувати на викликах у сільській місцевості, скажімо, в таких містинах, де утруднене інтернет-контакт. Власне кажучи, ми спланували певні витрати, певні пропозиції для інвесторів. Можемо зупинитися на них детальніше під час відповідей. Найбільша кількість витрат запланована на рекламу. Протягом першого року ми очікуємо 5-6 тисяч продажів нашого продукту. Ну і на майбутнє, власне кажучи, ми бачимо перспективи в двох напрямках. Перший основний – це вихід на ринок Заходу, власне кажучи, є у нас контакти, є напрацювання в сфері IT в медицині. Окрім цього, в Україні, другий напрямок в Україні – це розширення цільової групи, власне кажучи, за рахунок оновлення даних, за рахунок передбачення можливостей для лікаря самому носити інформацію і перетворити додаток, власне кажучи, такий невеликий електронний блокнот. Дякую за увагу. Спасибо. Очікую ваше запитання. Я где-то год пользуюсь бесплатной версией, называется она «Аптека», стоит на моем смартфоне. Там есть, наверное, практически все препараты, которые вижу, со всеми описаниями, со всеми, там, ну, грубо говоря, вкладышами, которые идут в стандартном пакете. Объясните, чем это будет отличаться в плане удобства, то есть как вы себя будете позиционировать? Собственно говоря, есть много различных таких приложений и на нашем, в нашей стране, и за рубежом, и на английском языке, и на различных языках. Собственно, их объединяет в основном то, что они дублируют инструкции препаратов. Собственно, те инструкции бумажные, которые уже есть. Но, к сожалению, не всегда есть время эту инструкцию читать полностью, искать ту информацию, которая есть наиболее важной. А мы предлагаем конкретную информацию по дозировке тока, кратность приема 2-3 раза в день и 14 дней, например. Все как? Это достигается путем, тратится приблизительно 3-4 секунды. Как вы можете... Вы берете на себя некую ответственность, как я понимаю. Нет, мы берем только выжимку из рецепта. Эта информация есть, она утверждена министерством в Украине. Mm-hmm. Есть эта... Мы из рецепта же взяли ее. Откуда мы ее взяли? Из рецепта. Только мы остального всего не давали. Как вы собираетесь, вот вы сказали, выйдете на западный рынок. На западном рынке первое, что если вы откроете иностранные лекарства, почти во всех западных странах не написано, как принимать, дозирование, ничего не написано ни в коем случае. Более того, это запрещают делать. И лишь по одной простой причине, что без врача нельзя ничего принимать. И это очень сильно контролируется. Как вы собираетесь это обойти? Ну, собственно говоря, мы разрабатываем в основном для врачей, это для провизоров, для парамедиков. Это основное. Если мы говорим про западный рынок, да, действительно, мы разрабатываем приложение для врачей. То есть наше плюс основное – это простота, это скорость, это малый объем информации и автономность. Собственно говоря, 2-3 клика, врач, ну, если вы позволите, буквально пару секунд, мы заметили с коллегами такой момент, я сам врач, что мы не назначаем некоторые препараты на конкретном приеме face-to-face с пациентом только потому, что мы забыли, как их назначить. Какая доза, 25 или 50? Таблетки, одна таблетка, это что мне надо брать, соответственно, идти открывать шкаф, психологичная проблема. То есть в моих глазах, в глазах пациента моя репутация немного страдает. То есть я не уверен, я чего-то не знаю. Как говорят у нас. Собственно говоря, воспользовавшись приложением, неизвестно, что посмотрел. Это же предложение очень и для многих, западных.
Продолжение того, что вы говорите, в многих странах, где есть, пользуются врачи программное обеспечение, у них есть подсказки, вот такие, вы говорите прямо уже у них в компьютере. Как вы это будете входить? Ну, в Западе, я говорю, опять же. Ну, бывают ситуации, когда компьютер удобно иметь на себе, перед собой, а бывают ситуации, вы когда... перед врачом с компьютером, как правило, в западном мире. Ну, во-первых, я хочу сказать, что, во-первых, мы не нашли подобных мобильных именно приложений, потому что ситуации могут быть разные, не всегда компьютер есть под рукой. А мобильный телефон сейчас есть у каждого, и у студента, и у аптекаря, провизора. Это очень-очень большой пласт. То есть целевая аудитория в нашей стране – это приблизительно 130-150 тысяч человек, только медики, парамедики. Ну, я вам хотел сказать спасибо, потому что когда вы сказали, что врачи не назначают определенные лекарства, потому что они забыли, как их назначать, я посмотрел, что один из наших экспертов аж в лице поменялся. То есть он узнал, мы от вас узнали о врачах кое-что новое, по крайней мере, сегодня. Не, ну, наверное. Поэтому я думаю, что раз так обстоит дело там у врачей, то, наверное, им это приложение будет полезно. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам. Проект победил в Днепре, будем честны. Хорошо. Good evening, dear all. I'm Andrei from Benezis. Our solution simplifies the integration of mobile applications with third-party services, saving up to 85% of coding time for this process. Nowadays, there are thousands of services like social networks, payment, analytical, marketing, management, cloud services around the world. And the thing is that 99% of them are regional, but still they have millions of users. And in this highly competitive market, all the mobile application owners and developers understand that they have to give as much possibilities as they can to their end users so that they could use their favorite services. So in this case, the best solution is to integrate all the mobile applications, all the services into mobile application. But unfortunately, this is impossible because this process is very time consuming and expensive. And we decided to simplify the life of a developer. We combined all the services into one unified API. You just have to integrate this unified API with mobile application, and you receive access to all the services around the world, global and regional. Besides that, we've got two or even three features that given us a huge competitive advantage in the market. One of them is one-time coding. It enables you switch, add, remove, or delete services just by a click of the mouse. You don't have to be a programmer to use this service. And this mainly saves up to 85% of coding time. Another feature is geo-targeting, which enables user of the same mobile application have access to services relevant to each specific region. For example, user of the same app in China may have access to Chinese services in the States, American, and so on and so forth. But the most important thing for us is safety. We transfer data directly between the application and a third-party service. So we don't use servers at all, unlike our competitors who do use it. That's why they are times more expensive, not so reliable, and they are basically focused on the web services, unlike us. We are focusing on mobile applications. Let us take, for example, one of our clients in India. This is a developer company who spends around 1,200 hours for integrations. With our technology, they spend just 120. That's why we are focusing on two main target groups on the market. This is software companies and development shops. And this is a highly growing market. That's why we divided our business model into two parts in order to meet interests of both target groups. But now we've got some traction. We've got a better version of our product. We've got around 80 developers who are testing our product right now. We've got 5 developer companies who are testing our product, giving us feedback and ready to buy. By the way, we are participants of Startup Acceleration Program in New York. Recently, we received an invitation, a proposition for investments for 400,000 euros from European Fund Center. We've also got one patent, two more pending, and we've got more than 20 lawyers right now. We're searching for $750,000 in order to add more services into our platform, expand our sales force, and to make patents in the key target countries.
All this money is needed to support our great team. We've got CEO who has two successful exits in his business. We've got two co-founders who has 12 and 10 years of programming experience and has invitations to Microsoft and Google. Thank you very much. That was Benezes, a solution that saves up to 85% for coding time for integrations. Questions? Experts? One minute. Все слышали? Расскажите, пожалуйста, о вашем трекшене на сегодня еще раз. И кто конкурент? Ну, самый близкий. Окей. Значит, что касается продаж, у нас пока их нет. То есть мы находимся на стадии бета-тестирования. Сейчас у нас вышла вторая версия после получения целого ряда фидбэков от компаний и разработчиков со всего мира, из Штатов, из Англии и так далее. В ноябре месяце мы готовимся к релизу и к запуску продаж. То есть на данный момент у нас порядка 15 сервисов, интегрированных к нам. В принципе, вот так. Что касается конкурентов, на самом деле их очень много. Вот, но в основном они фокусируются на веб-сервисах и используют тонкий клиент, то есть сервера. За счет этого они получаются значительно дороже, чем мы. И они, как правило, не фокусируются на мобильных приложениях. Сергей, пожалуйста. Вы там говорили насчет этого пожестче, да? Да, только так. Ну, вы сказали no sales. А по поводу все-таки traction, с точки зрения клиента, чего есть вообще? У нас есть 5 компаний разработчиков, которые готовы купить наш продукт на данный момент, после того, как мы добавим определенные сервисы в нашу платформу. Провели ряд исследований, которые показали, что нам нужно добавлять. Исследования с ними? И с ними в том числе. Так, и с ними подписали? В том числе. Лой. На данный момент пока это Лой. Что-то юзал кто-то? Конечно, 80 разработчиков и эти 5 компаний. И был абсолютно разный фидбэк. Было сложновато там на первом этапе. Сейчас мы выпустили бету, которая реально стала легче в разы. И люди это отмечают, и им это очень нравится. То есть, в принципе, если такая динамика сохранится, то эта версия уже будет релизной для продажи. Ну окей. Окей. Оставляйте микрофон у вас. Если больше нет вопросов, спасибо. Тогда... Спасибо, Андрей. Иван у нас из города Харьков. Да. Да, победитель по результатам голосования экспертов. Окей. Уважаемые гости, эксперты, коллеги, меня зовут Иван Рыбаченко, представляю проект NotherWatch. Это первые противосонные часы, единственное в мире устройство, способное исключить нежелательное засыпание человека. Презентация в 3 минуты крайне сложно втиснуть, поэтому просьба, кто желает вчитаться, скачайте с нашего сайта notherwatch.com, раздел «Документы». Итак, нежелательное засыпание – это проблема, которая ежегодно убивает десятки тысяч людей, наносит огромный материальный ущерб, а также моральный и репутационный вред многим людям. Только в США ежегодно происходит 100 тысяч автокатастроф и 1500 смертей в доказанных случаях. Доказать тяжело, поэтому цифры можете смело умножать на 3. Вот. А еще есть самолеты, поезда, корабли, допустим, в случае с танкером Exxon Valdez. Кроме транспорта, эта проблема актуальна в бизнесе, потому что люди отдыхают все меньше и отключаются на совещаниях, на собраниях, вот на битве стартапов. У военных так вообще за сон на посту вплоть до расстрела. Вот, до сих пор не существует эффективного, я серьезно, вы не верите? Расстреливают, да. До сих пор не существовало достаточно надежного средства, потому что все устройства были основаны на провальном принципе – датчиках сна. То есть сперва она позволяет вам уснуть, потом начинает вас будить там, с шумом, светом, звуком.
это уже поздно, потому что самая опасная фаза – это микросон. Это несколько секунд, когда человек отключается незаметно, теряет контроль и происходит катастрофа. Поэтому военные решают проблему радикально. Используют психостимуляторы, такие как амфетамины, которые очень эффективны, но имеют адские побочные эффекты. И для системного потребления не годятся. Нозар дает схожий эффект, но без побочных эффектов, без побочных явлений. Потому что использует систему технологии поддержания активного сознания. Воздействуя на тактильные нервные окончания, нозар стимулирует нейронную активность мозга, что исключает микросон, исключает засыпание. Эта методика запатентована в ряде стран, включая США, Украину, Россию. В США есть торговая марка, Нозар – это уникальное слово, нигде не встречается, как ксерок в свое время. Вот, у нас есть сертификат безопасности, мы проводили полноценное научное исследование эффективности на базе ХНУ Каразина, лаборатории психофизиологии, получили результат снижения сонливости на 70%, что гарантирует защиту от микросна и от засыпания. 30 секунд осталось. Значит, у нас также есть 200 оплаченных предзаказов через Indiegogo. К сожалению, был крайне слабый маркетинг, потому что наши пиар-агенты нас подвели, поэтому был слабый трафик, но высокая конверсия. С корреляцией на наличие готового продукта мы ожидаем конверсию 5%. Нозар интересен очень многим, потому что сочетает ряд свойств. Это универсальность, надежность, эффективность, безопасность, скрытность, то есть не палится, что вы его используете. В ряде случаев это важно бывает. Вот. Плюс мы сейчас работаем в кооперации со специализированной фирмой над подготовкой к производству, к массовому. Скоро уже получим бета-образцы для передачи западным обзорщикам крупнейшим, что вкупе с нашими другими маркетинговыми усилиями создаст там мощный многомиллионный трафик, который в полной мере раскроет потенциал проекта уже в новой компании на краудфандинге. А давайте на этой мажорной ноте. Еще секундочку. Окей. 30 секунд еще, пожалуйста. Ну, почти. Значит, это все оплачивается из своего кармана, это очень дорого. Поэтому, если инвесторы желают поучаствовать в проекте, есть возможность приобрести пакет акций от 10 до 20% при оценке компании до краудфандинга в 1 миллион долларов. После эта сумма будет гораздо выше, в разы выше. Не упустите свой шанс, инвесторы. В разы выше. Я прошу прощения, но вынуждена вас прервать и передать Хорошо, слово экспертам. Я готов отвечать. Угу. Мы неустанны, неколебимы и добьемся своего. Супер. Так, а скажите принцип действия. Там меня током будет бить или воздействие как? Воздействие слабым током на нервные окончания. Это воспринимается как легкое покалывание. А куда крепится? То есть это на руке? Часы. На руке. Ага. И то есть как-то происходит стимуляция мозга? Нейронная активность, да. Ага, прикольно. То есть выброс нейромедиаторов, таких как норадреналин, это антагонист сна. То есть он напрямую противодействует засыпанию. У нас тут недавно просто так проект выступал, который осознанное сновидение, наоборот, чтобы во сне не заснуть. У нас наоборот, да. Да, наоборот. Как знаете, в фильме «Кошмар на улице Вязов» там мне очень такая штука была нужна, но у них не было. А что военные думают по поводу что вашего? Военные? Да? Военные в очереди стоят. Куда? Кто куда? Кто куда? Это постоянные только? В плане, конечно, нет, переменные. Постоянные они же только нагревают. Устройство считывает информацию, что если я начинаю там немножко кимарить, то оно чик-чик-чик. Датчики себя не оправдывают. У нас в чем преимущество? В том, что мы включаем его, да, в период там какое-то действие, и оно гарантирует защиту. То есть вы активировали, получили защиту на нужное вам время. На кардиостимуляторы как будет влиять? С кардио, к сожалению, вот, как любые электростимуляторы, есть противопоказания. Для там, хронических болезней там, на кардиостимуляторы нельзя использовать. Либо по консультации с врачом. А привыкание не такое сильное, как вам бы хотелось, но пока не выявлено. А вот для пыток ваше устройство можно использовать? Смотря куда его прицепить. Ну, то есть вот... Можно и батарейкой обычной пальчиками пытать, мне рассказывали. А вы, извиняюсь, пожалуйста. Знаете, пользовался. Я раз пришел на
на лекцию по искусственному интеллекту. Вот там уже на пятой минуте началось, да. Я уже и так сидел. Значит, включил вообще, то есть целый час без совершенно признаков. Максимальное время, пока заряд не кончится. 20 часов там в нашем вот текущем образце, 20 часов он работает. Что? С какого возраста можно пользоваться? Возраст. Со школы. Со школы. Со школьного младшего. У нас есть специальный детский режим запрограммирован, там пониженный ток, вот, чтобы люди не стремались чересчур. Стоимость предзаказов $59. Мы получили уже оплаченные предзаказы. Там, ну, было. 59. Ни насколько. Потому что зрение и тактильные ощущения обслуживаются разными долями мозга. Как музыка, да? Вы слушаете музыку, она вас не отвлекает. Есть сертификат безопасности по ГОСТу. Пока что у нас. Вот, но будем получать... Что? ГОСТ, он... Фактически он единый на всем постсоветском пространстве. Постсоветское пространство. Европейские страны. Европейские. Скоро будем, сейчас получим мы бета-образцы, будем этим заниматься. Хорошо, спасибо. Я прошу прощения, нет больше времени. Я прошу прощения, гости, у нас будет, автопати, так сказать, после всех питчей. Вы подойдете к этому перлу из Харькова и все у него расспросите. Перлу. Победитель по результатам голосования гостей. Здравствуйте. Хочу представить вам свой проект, стартап. Это интернет-портал «Наука бизнес». Основные идеи проекта – это создание навигационно-поискового сервера для бизнесменов, инвесторов, доноров по поиску научных разработок ученых Украины. Команда планирует предоставлять услуги по продвижению научных разработок и спонсированию бизнеса. Также предоставлять услуги по краудфандингу и предоставлять услуги по созданию и поддержке сайтов научных лабораторий на своем портале. Текущая ситуация. Проект на данном этапе находится на стадии идеи. Он полностью поддерживается научным сообществом Украины. На данном этапе разработан логотип, продумана архитектура портала, продуманы секции. Сама работа портала будет заключаться в том, что ученые подают работу в раздел, допустим, инвестирование, наука, бизнес, это размещается на сайте, инвестор находит необходимую разработку, заключает договор, и портал получает процент. Либо ученые подают работу в раздел краудфандинга, работа размещается на портале сроком до 3 месяцев, и любой желающий может проспонсировать проект. Таким способом портал также получает процент от общей суммы спонсорской помощи. Какая проблема? На современном этапе отсутствует координация между при взаимодействии науки, образования и бизнеса. И наличие подобной платформы конкретно поможет и бизнесу, и науке, и образованию в целом. Основные выгоды – это в том, что большинство вообще, в принципе, всех разработок научных, они в большей или меньшей степени ориентированы на определенный сектор экономики. Большей частью они полностью к нашим реалиям обоснованы, имеют, собственно, низкую себестоимость по сравнению с зарубежными аналогами, и некоторые вообще не имеют аналогов в мире. При правильном подходе к объединению бизнеса и науки мы все можем выиграть и бизнес, и, соответственно, наука. Сами примеры эффективности научных разработок представлены, можно посмотреть, что, допустим, если в пищевой промышленности украинское производство это будет стоить 15 гривен метр квадратный, а западное производство это $20 метр квадратный. Также самые примеры это, вот, допустим, усилительные балки, и что сейчас самое популярное, это солнечные батареи на полимерной пленке. Та же приблизительно стоимость $100 метр квадратный в Западе и наши 800 гривен. Целевая аудитория представлена. Бизнес-модель говорит о том, что структура издержек, которые необходимы, это, естественно, оплата и создание технической поддержки портала, обновление контента, структуры, реклама необходима будет. Доходы – это процент от заключения договоров, процент от адресной помощи, реклама на портале, партнерские программы и платный контент. Рынок, действительно, интернет-портала в Украине такого плана не существует. Конечно, существуют обычные интернет-порталы, которыми мы все с вами пользуемся, но это не научный интернет-портал. 30 секунд осталось. Конкуренты также существуют, но это в основном сайты. И финансовые аспекты, которые мы планируем, затребуем инвестиции, это около $45 000. И доходы в последующий год будет около 3, ну, если 1 125 000 будем в гривнах переводить, то 3 600 000 это будет уже непосредственно, какой мы планируем доход. Наши данные,
Мои конкретно. Хорошо. Время закончилось. Как бы все. Перейдем к вопросам. Каким образом проверяется качество проектов, которые проверяются? Качество проектов будет проверяться непосредственно в научной лаборатории, которые при нанук, ну, в принципе, у нас большое количество научных лабораторий, это университеты НАН Украины, они имеют свои патенты, которые заверены, либо это научные разработки, которые еще патентов не имеют, но они сделаны в правильных условиях, производственных условиях, проведены апробация этих работ, то есть, соответственно, это не просто какие-то проекты, которые придумал кто-то, это конкретно научные проекты, которые сделаны научно обществом. А кто именно публикует проекты? Проекты будут размещаться на сайте, публиковать будет либо научная лаборатория, либо там директор лаборатории, либо каждый представитель, допустим, даже вот, ну, я как химик могу там разместить свое предложение, где я планирую получить как бы инвестирование. И вот, кстати, у меня тут и представлено. Правильно ли я понимаю, публикация на портале – это, собственно, 1% из всей проведенной работы по проверки, подготовки и прочее. Но дело в том, что публикация на портале будет заключаться только в том случае, если мы будем получать эти непосредственные проекты от научных институтов. Научные институты, они уже как бы априори, понятно, что они там все проверяются, потому что это все делается на сертифицированном оборудовании. Конечно. Это, ну, как бы не где-то там на заводе. А у меня тут не переключается. Я бы хотела показать. Спасибо. А вы сказали лаборатории и не академии наук, да? Научные институты, да. А как вы решаете проблему того, что государство является собственником вот этого всего? Насколько инвесторы вообще готовы идти в партнерство с государством? Дело в том, что у нас действительно большая часть государства является, ну, не столько собственником, государство является собственником самого научно-исследовательского института. Ну, и, соответственно, но конкретно патентов. То, что там, ну, патент в большинстве случаев может быть заключен на университет, а у меня есть вот лично своих 4 патента, которые заключены на мое личное имя. Я лично их обладатель. И большей частью, я вам честно скажу, что большинство научных исследователей уже давно делают патенты и туда, и сюда. Ну, чтобы как бы быть уж точно нигде вас не обидели. Поверьте, это уже давно. По какой причине к вам будут приходить? Потому что практически нету таких же порталов, каких нету. Почему к вам будут приходить? Ну, во-первых, начнем с того, что в первую очередь будут размещены их разработки. У них будет свой на нашем портале будет свой сайт лаборатории. Вы хотите, чтобы они платили за свои размещение своих разработок? Ну, нет, я не говорю, что они не платили. Платить будет при заключении договора. В данном случае размещать они будут бесплатно. Инвестор, если он собирается заключать договор непосредственно. Либо это будет краудфандинг, если будет, то тогда, да, уже они получают какой-то процент и платят уже непосредственно порталу какой-то процент от того денег, которые они получили по краудфандингу, размещая здесь разработку. Мария, я вам скажу, инвесторы не платят дополнительно ничего обычно, когда инвестируют. Ну, это просто из практики, да, там у нас похожая модель. Мысли у вас правильные. Ученые, у нас есть этот потенциал. Основная проблема, я думаю, с которой вы столкнетесь, потому что мы с ней тоже сталкиваемся, когда приходят ученые, как бы, да, там, они не понимают, что такое бизнес, они очень далеки от бизнеса. Вот я думаю, что вы будете иметь успех, если вы их сможете соединить с бизнесменами, которые готовы будут вот как предприниматели участвовать. Потому что инвесторы – это еще следующий шаг. Потому что когда инвестор начинает общаться с ученым вот из нашей практики, это, конечно, как бы там… Ну, не знаю, на какой фильм это похоже, как бы, да, там, ну, вот это, знаете, ну, вот разные вселенные, ничего общего, как бы, вот есть в этом, конечно, своя проблема. Да, я согласна с вами, но мне кажется, что все равно можно найти как-то точки соприкосновения. Да, да, я же говорю, вам надо научиться вот их как-то соединять в команды, и тогда вот будет успех. Сделать рекламу больше, объяснить бизнесу, что они могут повзаимствовать свои идеи или добавить своим, как бы, разработкам идеи, которые есть у ученых. Это действительно будет в разы дешевле, чем, допустим, то, что они производят. Вот примеры, ну, как бы, представлены, это реальные разработки, которые, как бы, представлены именно нашими учеными. Хорошо, спасибо большое. Время закончилось. Спасибо. Добрый вечер. Я Дрыга Эдуард. И сегодня я представлю вам проект Ideas Checker. Значит, на ранних стадиях нашего развития мы занимались проектом и в дальнейшем осознали, что он является не уникальным. Впрочем, это нас вдохновило, и мы решили создать Ideas Checker, то есть проект, который проверяет идеи на уникальность, а также помогает стартапам развиваться. Значит, проблема.
Проблема заключается в том, что давайте вот представим стартапер. Ему в голову пришла идея. Первое, что ему нужно сделать, это проверить ее, ну, есть ли аналоги, то есть является ли она уникальной. Он зайдет в интернет, начнет искать и наткнется на огромное количество информации. У него уйдет много времени и сил на то, чтобы проанализировать и структурировать это все. Мы же предоставляем решение. Это IDS Checker сервис, а именно IDS Checker бот в Facebook Messenger, которому можно написать свою идею. Он скажет, уникальна она или нет, и предоставит вам аналоги этих проектов, если таковые имеются. А также IDS Checker сервис, где можно получить массу фидбэка и объединяться в команды с другими стартаперами. Немного о бизнес-модели. Она состоит из двух частей. Первая — это фремиум-модель. То есть мы предоставляем инвесторам первоочередное право выбора потенциально перспективных и прибыльных проектов. Второе — это IDS Checker сервис, где пользователь или стартапер может зарегистрировать свою идею и получить массу фидбэка как от простых стартаперов, так и от экспертов. Также мы ориентированы на рынок Facebook Messenger ботов. То есть это 4,4 миллиарда. Из них каждый пользователь является потенциально нашим клиентом, так как проверять идею на уникальность может как обычный юзер, так и стартапер или же инвестор. Ну, хотелось бы сказать немного о цифрах, а именно, что в Америке в 2015 году инвестиционный фонд составлял 60 миллиардов долларов, из них 20 приходится на ранней стадии их развития, то есть pre-seed и seed стадиях. Преимущество над конкурентами. Ну, нашими конкурентами формально являются все акселераторы и инкубаторы. Но так как мы, нашей основной функцией является это проверка идеи на уникальность, а также предоставление аналогов, если таковые имеются, то мы можем в дальнейшем наладить сотрудничество со всеми акселераторами и инкубаторами. Текущая ситуация. На данном этапе у нас реализован бот в Facebook Messenger, у нас реализован алгоритм проверки идей на уникальность, а также IDS Checker сервис и база данных стартапов на несколько десятков тысяч стартапов. Наша команда и вот. Спасибо за внимание. Я готов отвечать на ваши вопросы. А вы окончили? Можно сразу вопросик. Смотрите, ну вот с точки зрения там инвестиционного фонда или там инкубатора всегда очень важно иметь там так называемый deal flow, то есть поток проектов, да. Ну там следующий этап — это отбраковка. Вот то, что вы сделали, это, наверное, классно, да. Но на самом деле, а есть ли у вас какая-то уже наработка, связанная с притоком? То есть вы попробовали вообще, ну насколько легко найти новые интересные проекты, вот стартапы? То есть как вы будете их туда завлекать? Это самая больная как бы точка для вот крупных там инвестфондов. Да, ну то есть первое, мы планируем пропиариться, то есть показать себя. Второе, я вот, например, студент КПИ первого курса, и уже общался с, там есть организация КПИ Сикорский челлендж, где ребята продвигают свои проекты. И нам уже предложили вот запустить в дальнейшем, когда мы закончим, ну, завершим свою работу над ботом, то есть получим полноценный прототип, который будет связан с базой данных и проверять идеи на уникальность. Студенты всего КПИ и даже там КНУ и других университетов будут пользоваться этим ботом. Ну, мы уже лично даже насчет этого договорились. Это дело времени, месяц-два. Смотрите, MVP в данном случае — это вообще просто проверить вручную. То есть вам сейчас нужно как-то сгенерировать вообще желание людей оставлять там, ну, информацию о себе. То есть вот стартап должен почему-то захотеть на вашем проекте оставить о себе вообще какую-то заявку, информацию. Вот это самая как бы сложность большая. То есть у вас вот здесь есть какая-то экспертиза? То есть в команде кто-то занимался похожими вещами уже? Нет, на данном этапе не занимались. А вы свою идею на уникальность проверяли? Вы не представляете, столько идей на уникальность проверял. Ну вот, так как у меня было много идей, и много идей там прошло, потому что я там был ментором в многих проектах, и часто проекты, которые взлетают, они как раз похожи на другие проекты. Ну просто потому что время пришло. Ну, вот опять-таки там миллионы людей пишут боты, и да, сейчас такое время, когда все пишут боты, это отлично. Вот, не кажется ли вам, что вот уникальность идеи будет говорить о том, что как раз не надо ей заниматься? Ну, если честно, отчасти я с вами согласен, но ведь с другой стороны, если идея уникальна, она является новой на рынке и будет доминировать на нем, соответственно, будет
ну, монетизация также будет присутствовать. Ну, мне кажется, основной ваш конкурент все-таки это Google, да? То есть человек, у которого есть 5 минут проверить свою идею в Гугле, да? Можно вот... скажу, да? Да. То есть Google, вы заходите в Google, забиваете, допустим, свою идею, вы получаете огромное количество информации, что-то может даже не по делу, вы потратите много времени. Тут вы просто забиваете свою идею в одном предложении, то есть краткое описание, и сразу получите аналоги, если таковые имеются, или же она, если она является уникальной, то... Мне кажется, нужно просто пойти дальше, и чтобы бот сразу предлагал деньги. То есть вы забиваете идею, она 100 тысяч долларов. И тогда у вас будет много студентов, которые там будут. Какая у вас бизнес-модель? Бизнес-модель, ну вот я уже говорил о ней, то есть она состоит из двух частей. Это фремиум модель, то есть инвесторы за деньги, то есть они платят там несколько долларов, за это они получают сразу же потенциально перспективные проекты. То есть весь, ну скажем, все проекты, которые уже когда-либо, ну в общем, инвесторы заезжены. Не платят ни за что. Ну, и стартапы тоже у них нет. Ну то есть вы платите копейки какие-то за то, чтобы стартап в дальнейшем развивался. Время закончилось. Спасибо вам большое. Да. Да, узнала, потому что победитель по результату голосования экспертов в Киеве нашей юбилейной 50-й битвы. Помню, выиграли вы очень с большим отрывом, так что слово. Okay. So my name is Dmitry Osipa, and I'm CEO and founder of PigSpy. And actually doesn't work, so. No, it doesn't work at all. Попробуйте покашлять. Switch to Russia. Так, окей. Так, удобнее. А, окей. Значит, удобнее всем по-русски будет, да? Я могу и по-русски. Okay, you could speak English. Yeah. Okay. So imagine you develop mobile applications. This could be a dating application, or maybe a social network, or even advertisement service. In all these kinds of applications, the main thing you have is media content. This is images, audios, and videos. This is what makes your users return to your application. And actually. Да? Да ну ладно. Серьезно. Давай заменим батарейки. Хорошо. Переключите слайд, пожалуйста. Ага. So actually, this is a headache. So managing of media content as mobile developers pretty hard task because you have to care about delivery infrastructure, about how to cut this content to fit all the screens and so on. And it actually makes so. And additionally, you pay a lot for your infrastructure. So can you switch the slides? Uh-huh. Okay. So, yeah, media content is a headache. Fortunately, we at PigSpy created a solution for your pain. We created a service which provides optimization of media content and on-demand features of storage and delivery of media content. As a result, media content in application is loaded up to 4 times faster. And your users are happy, and your developers are happy too, because development of mobile application is so much simpler right now. And you, as a business owner, are happy too, because you pay so much less money for the infrastructure, and pay less actually to your developers, because they don't have to care about the media content anymore. Regarding our traction, so right now we have two integrations. One of this is actually application which you can download in Google Play and App Store. This is Dynamo, and second one is Luxoft internal application. They use this into so
workers of Luxoft actually use it. And we've got pretty outstanding results in both cases. Basically, we reduced for 10K images, we reduced traffic usage in 7 times. Also, we have 20 companies in pipeline, sales pipeline, and have a bunch of companies who already started integration of our technology, but not in production yet. So, regarding the market, in short, market of media content, mobile media content delivery is huge, and we want to get a part of this. And regarding the competition, we have a lot of competitors, but none of them are actually focused on mobile applications. There are a bunch of them which are focused on mobile web, including top CDNs, but we're the only who provide mobile SDK and so on. Yeah, and how it works. Basically, you integrate our mobile SDK into your application, and basically that's it. So everything which happens, so it just works. How exactly it works. So we continuously measure internet connection speed, we continuously measure screen resolution, we continuously measure other parameters such as, well, your device type and so on. And we use only modern image formats, and everything we do on the fly. And if you don't want to integrate the SDK into your mobile app, you can actually use our REST API. Время. So how we... Закончим мысль. So how we want to make money? So right now we don't make money, and integrations are completely free. But we are going to bill our customers for content transformations. So, yeah. Okay. Questions? Какой у вас уникальный алгоритм во всем этом деле? То есть CDN-системы как бы существуют достаточно давно. Тот же там WordPress предлагается там, в неких там виджетах, скажем, уже какие-то готовые интеграции. Чем-то там есть разница? Да, смотрите, на самом деле мы не CDN. Мы то, что работает вместе с вашим CDN. То есть у вас может быть там WordPress CDN, у вас может быть Akamai и так далее. У вас может быть CDN, который предоставляем мы, это там наши партнеры. Мы делаем оптимизацию. То есть мы делаем так, чтобы картинки, весь контент, который есть у вас там в приложении, его делался ресайзинг, его делался там какой-то кроп, уменьшение качества картинки, если качество интернет-соединения плохое и так далее. Вот. То есть вы уже, в принципе, с этими CDN-системами общались? Используйте микрофон. Конечно. Да, если... Окей. Что? Есть вопросы? Хорошо, тогда есть, да? Хорошо. У меня на самом деле два вопроса. Кто платит? То есть как вы планируете зарабатывать деньги? И второй вопрос. Сколько недель, например, программистам Фейсбука понадобится повторить вот вашу технологию? На самом деле, если говорить за Фейсбук, то Инстаграм как часть Фейсбука уже сделала что-то у себя, что работает похоже. Но они как бы не открыли это никому, и я думаю, что они как бы не откроют. А в то же время есть компании среднего размера, то есть не Фейсбук, которым эта штука может понадобиться и помочь привлечь кастомеров. Мы, в принципе, ориентируемся на такие компании. Вот. И для того, чтобы им повторить, скажем, зависит. То есть, наверное, до полугода им понадобится на то, чтобы там воспроизвести алгоритм и там своим там самым. Вот. А касательно того, кто платит, это, прежде всего, бизнесы, которые... Почему они платят? Потому что мы, в принципе, срезаем им косты на инфраструктуру. Потому что если они там платили за CDN, допустим, там 1 миллион долларов, вместе с нами они там платят за CDN 600 тысяч долларов. Это, в принципе, хороший показатель. Вот просто они интегрировали и платят меньше. И они могут часть этого давать нам. Спасибо большое. Угу. Время закончилось. Спасибо. B4U – победитель по результатам голосования экспертов. Hello. The story of B4U begins from a dirty car.
I was waiting almost an hour in a car wash line. I saw that another drivers driving away when they saw the queue. I nervous, and while I was waiting, I understood that, that I was wasting my time. I'm not sure about quality of service. I saw that the car wash losing customers, and the owner did not. Можно микрофон ближе, а то не слышно. Okay. And the owner doesn't know the reason, and I couldn't tell him about it. I thought it would be cool to have such an application where I could check rating, read feedbacks, and book a car wash. Few days later, I went to the hairdresser, and you won't believe, I sat in queue again. And I understood that I need to have information about all services which I use. And I want to book them all without any problems. We developed such an app. In a few clicks, you can choose a service, check feedback and read ratings, and to choose the best company and book it for a convenient time. The Before You robot will call to the company at working hours and make a booking for you. Okay, and what Before You can give you as a service owner? You need to know who your customers are, how often they visit your service, what they like and what you need to improve. And you want to hear customers and talk to them. And finally, you need to have a market analysis. The European market contains more than 10 million companies of our segment. We plan cover up to 10% of free packages, 1% of premium packages. Our profit will be more than $30 million per year. For covering the main European countries, we need about $1.5 million. The list of expenses you can see below. We have a competitor. The main competitor is MyTime, which works only in the US and doesn't have all features of our platform. Our team is 15 professionals who developed more than 30 projects at the past 3 years. You can see the list of main developers of Before You. So we have developed MVP versions of iOS, Android, and web applications. Now working with database actualization and looking for partners. Booking for you coming soon. Don't miss it. Okay. Ваши вопросы, то есть, эксперты. Правильно я понимаю, у вас есть сейчас какой-то прототип уже, да, там? В микрофон, пожалуйста. Но там версия. Еще пока нету, ну, вот никакого движения. Рабочего еще движения нет, поскольку мы общаемся с рядом партнеров из России, Израиля. Вот, они рассматривают варианты запуска изначально в крупных городах, поскольку это очень релевантно. Ну, то есть для этих городов. А система позволяет оценить, да, там, по сути дела, там... По сути, основной, как бы, задачей является возможность бронирования. Ну, и также да. Выбора предприятия согласно рейтингам и отзывам. Вот, то есть вы, допустим, планируете на завтра свой день, вы, так, нужно поехать подстричься. Вы бронируете, выбираете время, и в рабочее время наше приложение. Ну, идея, да, в принципе, нормальная. Единственное, я думаю, вы немножко опережаете времени с поиском 1.5 миллиона, это уже раунд. Нет, это требуется всего, то есть мы оценили, но будет поэтапно. То есть, ну, к примеру, да, для того, чтобы закончить, приложение запустить в какой-то стране требуется определенная сумма. Это зависит от того, в какую страну мы зайдем. Допустим, если мы хотим зайти, к примеру, там, в Украине, да, это нужно будет на доработку приложения, на создание колл-центра и технологии, которая запишет голос. То есть используется техника IVR, которая позволяет нам минимизировать расходы на бронирование. Так, вот, и, а у вас же в команде вроде столько программистов много там было. Да, да. Ну, это в основном разработчики, то есть у нас... А, то есть им надо платить деньги, они не в команде, да? А, на данный момент проект поддерживается коммерческой компанией, Genteam, вот, и, ну, необходимы партнеры. Мы больше ищем в сторону партнеров, чем в сторону финансирования. А кто ваши конкуренты? Я вот, например, в Израиле знаю несколько таких компаний. Как вы собираетесь на рынок Израиля зайти?
На рынок Израиля мы еще, у нас просто есть партнеры, с которыми мы работаем, как компания коммерческая. Вот. Основные конкуренты – это вот MyTime, который я говорил, они только на территории США. Еще из основных конкурентов есть Gbooking, который работает в основном на территории России, но у них крайне низкое покрытие за счет того, что у них обязательное программное обеспечение. То есть у них покрытие за 2 года буквально там больше 500 компаний. Это очень мало. То есть мы только по Украине планируем покрыть больше 100 тысяч компаний. Монетизацию можете подробно объяснить? Кто платит? Как вы получаете деньги? Монетизация, получается, мы предоставляем бесплатные пакеты. Это если мы не приносим как бы прибыли предприятию или немного, до 5 бронирований, допустим, в месяц через наш сервис мы позволяем предприятиям бесплатно. Если мы более 5 бронирований, мы уже предлагаем наши премиум пакеты. Средняя стоимость премиум пакета порядка $30. Также владелец бизнеса получает аналитику того, кто к нему ходит, какие люди, как часто, почему возвращаются, не возвращаются. Поскольку со стороны бизнеса это действительно большая проблема, ведь никто не знает, а как, сколько раз ко мне человек приходил этот в парикмахерскую, или сколько раз он у меня мыл машину. Приходят ли ко мне люди, допустим, прошу прощения, больше 40 время или не приходят. Время мы позволяем вот этот анализ предоставляем. Спасибо большое. Работать уже начал кликер, да? Отлично. Hello, my name is Julian, and I would like to present you Project Cyclin, mobile service created for cyclists all around the world. The idea of the project is quite simple. We want to give cyclists tools for competition, communication, and ability to help each other if something bad happens. I have been cycling for a long time, and in our community we discovered many issues that could be solved. And many of them are competition, communication, safety, and geolocation. So it's led us to idea that we can change something and make the sport more comfortable and safety. Our main solution is based on the combination of sport and gaming mode. Also, we give our customers tools for communication, finding new friends, and our special function, alert button, if something bad happens. Okay, we analyzed global and Ukrainian market and define our estimated amount of users. It's 200,000. It includes our business partners and amateur and professional cyclists. We analyzed market and defined our main competitors that are Runtastic, Strava, and Amondo, Ingress, and so on. But even with this information, we can show importance of our project because we combine both sport and gaming features. So it give possible not only play each other, but also compete and keep in touch. Our main functionality can be divided into 3 categories. Sport mode is already realized in our working prototype, and it includes different types of competition and training process. Gaming mode is based on the principle of capturing territory and teamwork. Social function is include chatting, finding new friends, and our special function, alert button. Monetization methods are reduced in 3 positions. Per cashing of in-app currency for gaming and sport features, paid video advertisement of other applications, and of course, local places advertisement. We plan to attract our customers with social network targeted advertisement, partnership with sport shops, arranging events for cyclists, and our website promotion. Web store, of course, too. So we had already 30 seconds we had already finished 4 steps of our strategy, and now we are looking for investor. Our next step will global release in Google Play Market. So we need $54,000, and we expect income $900,000 with ROI period 1 year. Our team includes 6 highly motivated person, and each of us have more than 3 years experience in the field. So we propose for investors 30% for income for $54,000 and help with promotion company. Here is our contact information. We are open for cooperation and partnership. Thank you.
Скажите, а вот онлайн-маркетолог у вас в команде есть? То есть тот, кто реально уже там что-то пробовал, имеет какую-то классную экспертизу, особенно на глобальных рынках по продвижению мобильных приложений? У нас есть маркетолог, он не специализируется конкретно на онлайн-продуктах, но следует отметить, что мы тестировали этот продукт на, ну, если можно сказать, фокус-группе, вот в нашем сообществе велосипедном в городе, вот, и мы определили именно тот функционал, который необходим пользователям. Ну, то есть, скорее всего, вот, ну, у вас нормальная, как бы понятная история, рекламная модель, как я понимаю, и так далее. Ну, вот обычно очень сложно продвигать. То есть, вот это вот то, что вам нужно для себя сейчас попробовать, сделать первые какие-то инсталляции. Для этого нужен классный маркетолог. Ну, то есть, вот команда у вас хорошая, но баланс должен быть в сторону продвижения. Да. Ну, было бы круто, если бы на этом проекте мы нашли подобного человека. А само приложение, оно уже закончено? Там, нет, оно не закончено, оно находится в стадии альфа-разработки. И сейчас, ну не практически, а закончена спортивная составляющая. Ну и некоторые функции некоторые социальные функции. Цветом выделены темным. Я думаю, наверное, что уже много есть там каких-то приложений для велосипедистов. А вот главная там фича, которая как бы вас, может быть, отличает от других, это что? Ну, прежде всего, это два пункта, которые хотелось бы отметить. Первое – это сочетание игрового и спортивного режима, которые взаимодополняют друг друга. То есть люди могут состязаться друг с другом с применением призового фонда. И мы делаем упор на безопасность. То есть если велосипедист движется где-нибудь, к примеру, в незнакомом районе, например, у него случается какая-то экстренная ситуация, прокол колеса, травма и так далее, вот он может воспользоваться тревожной кнопкой, и пользователи в радиусе там, 5-10 километров могут прийти к нему на помощь. Вопросов больше нет, я так понимаю. Спасибо. Спасибо большое. Предложение из множества вариантов. На сайте purish.com вы можете торговаться с магазинами за лучшую цену, а также получить от них разные скидки, бонусы, подарки. Теперь получить лучшее предложение намного проще. Доброго дня, мене звати Андрій, я представляю інтернет-сервіс Puriš. Так ви мінімально ознайомилися, зараз детальніше вам покажу, як він працює. Що ж таке Puriš? Puriš – це сервіс, який дозволяє покупцю торгуватися з інтернет-магазином. Наведу на аналогічному прикладі, наприклад, я. Я хочу купити собі телефон. Я заходжу на даний сервіс, шукаю чи через каталог, чи через пошук, припустимо, телефон. Я його знаходжу, вибираю і попадаю в каталог. В каталозі відображається цей товар, вся інформація, яку про нього надали інтернет-магазин, відображається список інтернет-магазинів, які продають цей товар, і я його показується середня ціна цього товару, я його відправляю на торги. І очікую пропозиції від інтернет-магазинів. Що ж далі відбувається? Інтернет-магазинам приходить повідомлення, що даний покупець зацікавлений цим товаром. Відповідності вони надають йому кращу пропозицію. Ця пропозиція може стосуватися. Наприклад, інтернет-магазин дав трошки меншу ціну. Інший побачив по геолокації, що він знаходиться, припустимо, в Києві, і вказав йому, що він може дати безплатну доставку. Припустимо, це телефон, в нього йде гаджет, подарунок, припустимо, наушники. Він вказує, я можу дати гаджет або, припустимо, чохол до цього телефона. В відповідності я бачу, які пропозиції є, вибираю одну з пропозицій. Після того, як я вибираю одну з пропозицій, магазином знову приходить повідомлення про те, що вони показують, що є фаворитна пропозиція, і вони її можуть перебити. Тобто магазини починають торг між собою, щоб отримати клієнта. Клієнта, який 100% хоче придбати даний продукт. Відповідності, я знаходжу цей, і вони будуть перебивати, ну, там, іде в середньому торг одну добу. Більше не можна при цьому. Але в середньому користувачі, як ми вже заважували, завершується набагато швидше. Відповідності, я вибираю найкращу ціну, інтернет-магазин отримує клієнта, який 100%, ну 99% купляє цей товар, а користувач, в свою чергу, найкращу пропозицію для цих інтернет-магазинів. Оскільки проект вже є завершений,
для нього вже створено iOS, Android додатки. Зараз ми вже в інтернеті протягом 4 місяців повністю запустилися. На теперішній час додано більше 500 тисяч товарів на наш інтернет-сервіс. Вигрузка на наш сервіс передається, вони надають XL або XML вигрузку, відповідно, робот це опрацьовує, складає докупи і видає їм гарантований результат. Ми зараз основна частина це настала та, що менеджери обдзвонюють інтернет-магазини, з ними домовляються, з ними укладають договори за те, що вони заливали сюди товари. Як помітили, торги йдуть і по теперішньому цьому видно, що невеликі інтернет-магазини якомога більше починають робити торгівлю, тому що вони можуть переплюнути більші магазини, тому що вони можуть дозволити для себе торг трошки нижче опустити ціну, якщо по геолокації побачить, де він знаходиться, він так само може надати якісь додаткові послуги для цього. І цей прогрес іде, і він швидко розвивається. Основний момент те, що ми почали з більшими інтернет-магазинами говорити. Вони захотіли про те, і це вже пішло в етапі розробці, ми вже якраз розробляємо момент бота, який буде для інтернет-магазинів, наприклад, для деякої категорії. Припустимо, шини, вони можуть налаштовувати собі бота, до якої ціни він може опуститись. Припустимо, шини коштують там 2000. Андрій, умовно. Ви так репетуєте, що не можу вас зупинити, але час зупинився. Я тоді секундочку просто договорю за бота. Бот буде дозволяти опускати до даної ціни, тобто завжди вести торг, або додати відповідний гаджет, навіть коли немає менеджера, який за це відповідає. Тобто завжди буде вестися торг на сайті, в будь-якому випадку. Дякую за увагу. Тепер від вас запитання. Дякуємо. Запитання. Ви вже заробляєте? Ми зробили таку річ, що ми надали всім інтернет-магазинам, які зараз запускаються, 10 тисяч на рахунок до Нового року. Для того, щоб вони попробували сервіс, його розпробували, як він користується. Після Нового року ці будуть гроші списані. Наша якби таргетова система йде в такому. За виграний торг ми беремо, тобто це за унікально того покупця, який погодив, що він купляє цей товар, ми беремо гривню за вибір. І так само є за переходи на цей, ми беремо 50 копійок. От такому ми плані працюємо. А скільки вам потрібно грошей, що ви пропонуєте інвестору? Нам на перший момент треба, перший етап це 30 тисяч доларів на те, щоб нам ми побачили, що потрібно як по менеджерах збільшення, так і по серверних частинах, тому що бачимо, що наповнення йде, потрібно розвиватися, потрібно бекапи, потрібно контролювати. І другий етап це 70 тисяч доларів для агресивної реклами, для того, щоб її розрекламувати, дати, тобто, щоб покупець побачив рекламу в всіх можливих аспектах. Андрій, а от с точки зрения логики, вот смотрите, вот меня какой вопрос волнует. Когда участвуешь в тендере на 100 тысяч долларов, да, ну ты там понимаешь, что есть за что там торговаться, ты там тратишь свое время, там твой сотрудник участвует, какие-то там туда-сюда. Когда там продается товар за 1000 гривен, и ты там понимаешь, что твой заработок там где-то там гривен 20 в конечном итоге после тендера будет, какой смысл вот интернет-магазину тратить как бы там, ну вот на это ресурсы? Может, я что-то не понимаю, может, оно в автомате как-то эти предложения делается, или там человек выделенный сидит? Тут я сказав, що до цього моменту був виділений чоловік, для малих інтернет-магазинах це діє. На великих вони побажали створити бота. І ми якраз, я казав, за цей етап, що бот буде це опрацьовувати. Вони собі суто на категорії вказують, які знижки дозволяти до цього, і бот працює в автономному режимі. Вони раз на день можуть зайти і побачити, які заявки вже одобрив курс, що він хоче придбати по цьому. Все, вони мають потенційного клієнта, якому тільки в тому випадку передаються контактні дані, емейл, телефон, щоб магазин міг зв'язатись. Тобто прямий покупець, ніякої простих уявних. Це суто вже готовий покупець, який віддав перевагу цьому продавцю. А от як ще бути з таким питанням, що не завжди хочеш покупати по самій дешевій ціні, тому що інтернет-магазин якийсь непонятний або неізвісний, там гарантію потім у тебе... У нас повністю йде, що можна відгуки лишати відповідності, що користувач може вилишити за цей відгук, він може побачити, який це магазин за рейтингом, що він собі дозволяє. Тобто він бачить, яка рейтинг цього магазину. Прошу, вибачення, але час закінчився. Так. Після цього так, поговоримо, хто забажає. То виділений чоловік чи людина такі? І так, і так. І так, і так, ну добре. А переможець з Одеси. Переможець з Одеси, добре. Переможець з Одеси по експертам, так? Так.
Я, напевно, якраз представник тої наукової спільноти, яку сьогодні згадували, яка казала, що не розбирається в бізнесі. Ну, постараюсь цей стереотип трошки зламати. Не знаю, чи в мене вийде, вам судити. Так, ми компанія Biosense, ми займаємося розробкою гаджета лабораторії для експрес-діагностики безпечності продуктів харчування. На сьогоднішній день, за даними FAO, це Food and Agriculture Organization of United Nations, вона каже, що 25% всієї насінневої продукції щороку вражаються токсинами, внаслідок чого цю продукцію потім їдять тварини, і внаслідок чого потім цю продукцію їдять люди. І кожного року близько 1 мільярда тонн харчової продукції втрачається на світовому ринку. Але давайте спустимось на землю. От, і конкретно подивимось на ту проблему, яку ми вирішуємо. На сьогоднішній день, щоб провести діагностику якості продуктів харчування, в людини є два шляхи. Перший – це піти в лабораторію, але це займає від 3 до 7 днів. Другий шлях – це купити обладнання, яке коштує від 20 до 80 тисяч доларів, що є досить затратним. Наше рішення – це невеличкий гаджет лабораторії, який виглядає ось так. От, мобільний додаток, і для великих агрокомпаній ми пропонуємо ще веб-сервіс. Як воно працює? Для діагностики необхідно на чутливу поверхню, яка, до речі, є розробкою наших українських вчених, нанести досліджувальну рідину, закрити її, і через 10 хвилин на мобільному додатку ми отримуємо результат аналізу. Що ж, наші переваги – це є 15 хвилин, це є вартість $500 і не потрібно степеню PhD для діагностики. Тобто це є простим в користуванні. Ну, на цьому слайді зупинятися не буду. Насправді ринок є досить великий. Декілька слів скажу. Ми плануємо зайняти 25% світового ринку по експрес-діагностиці продуктів харчування. В цьому напрямку в нас є ментор, в якого є досвід в зайнятті 85% світового ринку в одній з аграрних компаній. Як ми плануємо заробляти гроші? Справа в тому, що ця чутлива поверхня, вона є одноразовою для діагностики, тому the main income will be from selling these test strips. 30 секунд осталось. Окей. Звичайно, також ми плануємо заробляти кошти на веб-сервісі і на продажі самих цих девайсів, але основне це є чутливі поверхні. Де ми зараз є? Ми провели ці дослідження цієї чутливої поверхні. Звичайно, що в нас є деякі ще питання, на які потрібно знайти відповідь. Ми отримали перший ряд інвестицій. Зараз готуємо заявку на SMEI інструмент Horizon 2020. Плануємо перший етап розвиток в Україні, потім плануємо скейлитись в Європі. В нас дуже хороша команда. Декілька слів буквально про цю людину. Це Микола Стародуб, який започаткував біосенсорику близько десь 30-40 років тому в Україні. Дуже велике наукове підґрунтя, наукова база. А ми вже як молода кров плануємо реалізувати весь цей науковий потенціал в життя. Дякую. Дякую. Скажіть, будь ласка, можно ли ускорить процесс проверки продукта? Не 10 минут, не 15 минут, как вы сказали, а там за пару секунд технологически. Чем? Ну вот вы проводите продукт в вашей коробочке, да, и через какое-то время получаете хороший, да, продукт или плохой. Вы сказали, 10 минут занимает, да? Да, да. Можно ли ускорить это на несколько секунд? Нет. Смотрите, основная наша идея – это, конечно, щоб кожна людина, присутня тут в залі, могла впевнитись в тому, що вона їсть здорову їжу і прийняти рішення, їсти чи не їсти. Але на сьогоднішній день вартість одного аналізу буде коштувати близько $5, що, ну, для нашого українського ринку є досить великою ціною. Звичайно, що ми в майбутньому вопрос не в стоїмості, вопрос скорості. Можна ли теоретично прийти к тому, що це перевіряється в секунди? Ви сказали ні. Да, в случае реакції мгновенна. Не нужно ждать 10 минут. И второй вопрос сразу же сюда же. Насколько точно оно проверяется? Какой уровень точности? Так, дивіться, на рахунок швидкості, більш за все, що ні.
От, ну, тому що це імунофермент і аналіз, там йде взаємодія антиген-антитіло, і відповідно потрібен час, щоб пройшла реакція. І друге запитання? Гарантія. Гарантія. На рахунок уровень, ні, який уровень точності? Дивіться, цих методик зараз на сьогоднішній день представлені на ринку. Це є точність 50%, точність аналізу в лабораторії – це 98-99%, наша точність – 95%. А вопрос такий, от, возвращаясь от, к моделі «учений-бізнесмен», да? Можна от слайд з командою, да, там? CEO, ну, то есть, руководитель, директор компании, кто? Я. А, хорошо, там просто CTO написано. Исправим. Окей, все, понятно. Ну, остальные вопросы ответили уже, которые я тоже хотел. Где вы собираетесь, как вы собираетесь делать масс-продакшн этого продукта? Ну, справа в тому, що ми зараз на даний момент працюємо над прототипом. От, ми через півтора місяця плануємо випустити 10 девайсів, їх віддати нашим користувачам, потім отримати фідбек, потім 100 девайсів, отримати фідбек, і тільки тоді ми будемо готові виходити на ринок. На рахунок мас-продакшена, не знаю, можливо, зараз ГБС сьогодні поспілкуємось, можливо, будуть якісь ідеї. Вы сказали, что вы уже получили инвестиции. Так. То есть это после победы на битве стартапов вы получили инвестиции? Мы проходили акселерацию в Роме Кравченко, это IT-хаб Киев. От, после демо-дня мы залучили инвестиции в розмірі 500 тисяч. И позавчора я отримав дзвінок. 500 тисяч чего? Гривень. Ну, 20 тисяч доларів. Позавчора отримав пропозицію ще 50 тисяч доларів. І скільки вам зараз потрібно і що ви пропонуєте? Ну, денег скільки вам потрібно зараз? Чесно кажучи, ну, тобто, на даному етапі в нас фінансування є, але на етапі мас-продакшена ми розуміємо, що нам потрібно будуть кошти для масштабування. Це буде сума десь в районі 200 тисяч доларів, але еквіті процент я зараз не готовий обговорювати, тому що ну, з кожним днем ця цифра змінюється, тому... Так, звичайно. Звичайно, я вважаю, що це вже за кулісами ви будете розповідати. Так. Дякую, Андрій. Дуже цікаво у вас, дуже корисна, я вважаю, ця коробочка. Так, еще раз здравствуйте, меня зовут Андрей Листопад, я победитель битвы стартапа, который проходил в городе Шостка в августе месяце. Сегодня я хочу презентовать проект спортивного комплекса экстремальных дисциплин под названием «Эверест». Вкратце, что такое Эверест? Это уникальный спортивный комплекс, который включает в себя такие дисциплины уличного образца, как паркур, воркаут, брейкданс, BMX, скейтбординг. Специальные конструкции, которые будут созданы в данном спортивном комплексе, будут этому способствовать. Основная цель данного проекта – это создание подобного комплекса и популяризация дисциплин в крытом помещении с необходимыми условиями, с тренерами, которые будут помогать изучать популярные в данное время сейчас спортивные дисциплины. Проблема, которую решает проект – это безопасность при занятиях экстремальными видами спорта и отсутствие должных условий для проведения тренировок. Ну, на фотографии можете видеть самое… В принципе, стандартная уличную площадку, где занимаются наши атлеты из моего города, из других городов. Преимущество данного проекта – это то, что тренировки проводят непосредственно аттестированные инструктора. Приведу в пример, Федерация паркура Украины создала свою личную аттестацию инструкторов по паркуру и фрирану и аттестирует инструкторов, давая им разряды, а потом непосредственно переводя при получении подобного одного из разрядов самых высших в тренерский состав. И безопасная конструкция, которая будет создаваться для проведения тренировок. Что уже сделано? Сейчас реализуется проект при помощи государства, то есть при помощи мэрии в городе Шостка. На левой фотографии вы можете увидеть, что подобное состояние помещения было в феврале месяце, когда помещение было получено от коммунальной структуры. И сейчас проводится ремонт, то есть обшиты стены гипсокартоном, вагонкой, отремонтирован пол. То есть сейчас на данном этапе проводится установка котлов и освещение.
Наша бизнес-модель – это сумма инвестиций в размере 300 тысяч гривен. Анализ я проводил на городе Киева, население города Киева. И по данным социального опроса, который проводился в социальных сетях, этот процент заинтересованных людей, которые хотят прийти посетить данный комплекс и готовы оплачивать абонементы, составляет вот подобный процент. То есть 8200 человек. Финансы. Общая стоимость абонементов и разовых посещений. Я взял усредненные параметры, потому что подобные комплексы есть в 30 секунд осталось. Есть в Днепре, есть в Харькове. И в принципе вот эта сумма, которая указана в таблицах, она реальная. Доход проекта за 12 месяцев. Можете сами ознакомиться. Помесячно в районе всего года. Клиенты с увеличением каждый месяц на 100 человек. Доход. Первые 3 месяца мы выходим с убытков и выходим в доход. Расход проекта, основная часть расходов – это ремонт помещения. Ну, все зависимо, то есть все в зависимости от того помещения, которое будет. 300, 400 квадратов, 500 квадратов, какое оно состояние. То есть от этого зависит, какая сумма нужна будет. Срок окупаемости проекта примерно 1,5 года. Анализ рынка. Как я уже говорил, уже, в Харькове есть подобный комплекс. Две секунды. Потенциальные конкуренты есть. Возможно, федерации. Вам зададут как раз вопрос об этом. Хорошо. То есть это последний слайд. Спасибо. А вот помещение, которое вы показывали, это в Шостке? Да. А почему делали анализ на Киеве, а не на Шостке? В Шостке у меня была возможность работать вместе с мэрией, и мы с ней разработали подобный проект. Вернее, я предложил, и мы вместе работаем над этим проектом. А в Киеве есть такой по паркуру? В Киеве были по паркуру, мы создавали. Я в свое время занимал пост вице-президента федерации, и мы создавали залы вот подобного образца. На Березняках у нас был зал. Был на территории, ну, возле Лесной, на территории до рынка. То есть создавали, но не сложилось, потому что команда не готова была к этому. Она была неответственная. А я уже научен на всем этом, и я уже знаю просто, как это все делается. Скажу, что да, действительно, проблема есть. Как-то мой ребенок сказал, что он хочет заниматься паркуром, и я, честно говоря, был озадачен. Потому что, во-первых, что я и не понимал, что это такое. Во-вторых, конечно, да, специализированных секций мало, залов тоже нет, действительно. Единственное, что, конечно, вот по нашей категории там вы попадаете не совсем в стартапы, а так сказать, в инвестпроекты. То есть там это фактически у вас там специализированный спортивный зал, будем так говорить, да, там. Ну, я думаю, что деньги вы ищете адекватные, там, и если там вы реализуете все хорошо, то у меня небольшая ремарка. После мероприятия «Битвы стартапов» за нами заинтересовался инвестор, он уже предложил сотрудничество, мы сейчас просто занимаемся поиском помещения в Киеве, но основная проблема то, что такого помещения нам, ну, его, во-первых, тяжело найти, потому что оно уникальное, 4-6 метров потолок, а таких помещений только если есть складские помещения, но не по 1000 квадратов, и они в очень плохом состоянии, требуют больше мэрия Киева тоже, да. Подойдем. Ну да. То есть самое важное, чтобы была транспортная развязка под боком, а это, сами понимаете, и арендная плата очень высокая, и все занят. Ну, может, кто-то вам кто-то тут подкинет что-нибудь. Да, был бы очень благодарен и готов к сотрудничеству. И вопрос на финал. Да? Я слышал, вы сказали, что вы были вице-президентом. Да, все верно. И можете что-то продемонстрировать сейчас, да? Могу прыгнуть заднее сальто, если хотите. Давайте, давайте, потому что... Я думаю, это будет круто. Вау! Это, наверное, самое яркое окончание одной из ваших очень, очень убедительно, я думаю, все у вас получится. Спасибо. Спасибо. Желаю удачи. Честь вручить приз от нашего партнера консалтинговой компании Olens Group. И от лица Светланы Малёвана я хотела бы вручить этот сертификат проекту Webster. Василий Рий, Влад Якупов, Светлана и консалтинговая компания Olens Group вручают вам сертификат на юридические услуги в размере 3000 гривен. И надеемся, что у вас сложится сотрудничество. Спасибо. Итак, мы готовимся к объявлению победителей. С кого начнем? С гостей или с экспертов? Какие?
Не, начнем сначала третье место объявим, потом второе, а потом первое. Но мы можем сначала результаты голосования гостей объявить, а потом результаты голосования экспертов. Юля сейчас записывает результаты. Да, конечно, да. Прямо во время, да, да, да. Вот. Вот это вы даете. Вы за себя не успели проголосовать. Вот ученые всегда так вот за себя и не проголосуют. Да. Понятно. Итак, Юля, тут уже все в ожидании. Объявляем. Итак, сначала итоги голосования, все-таки давайте гостей, хорошо? Давайте, да. Третье место – Крейн Локатор. Ура! Крейн Локатор. Прошу вас пожать руку. Да. Фотография на память. Да, третье место. Спасибо. Вот, почетное. Спасибо. Да. Второе место – Вебстер. Вебстер. И первое место – Farm Guide. Вот видите, я же вам говорил, что вот вы запугали так вот гостей, что они теперь докторов боятся и готовы пользоваться вашим предложением. Итак, остаетесь с нами, это у нас первый победитель по результатам голосования гостей. Да, это результаты голосования гостей пока что. А теперь результаты голосования экспертов. Третье место. Ракун. Ура! Сейчас, секундочку, проверю. Ага, да. Второе место – Nozzle Watch. Nozzle Watch. Видите, недаром ведущая вас сказала, что вы жемчужина. Перл, да. Но... А вы делаете, она сегодня все писала. Я культурнее, да, выразился, да. И первое место. Я, кстати, немного расстроена, Андрей, почему вы не спели? Я? Нет, вот, Андрей, почему, чему вы не заспевали? Почему вы за себя не голосовали? Ні, ну у вас же ж є такий вас член команди, який міг заспівати. Ну, так, а чому так, ж ви Юля, не заспівали? Так, Юля, хто перше місце? Ну, ви ж здогадалися. Я-то здогадався. Біосенс. Біосенс. Мої поздравлення, фотографія Вітаю. На пам'ять. І так, ученые сьогодні побіждають. Я вас поздравляю. І прошу всіх победителей вийти для общей фотографії. Всіх, хто призери у нас, третє, второе, перше місце. І гості, хто голосував, і експерти. Слово. 20 секунд. Всім присутнім тут хочу побажати, беріть участь в різних таких проєктах. Насправді в Україні дуже багато є акселераторів, дуже багато є організацій, яким це займаються. Беріть, пробуйте. Якщо десь програєте, нічого страшного, це окей, це нормально. В будь-якому випадку ви отримаєте необхідний експіріенс, який дуже важливий для розвитку. Дякую. Так, все победители у нас на сцене. Ну, будем считать, что все. Так, фотография для истории. Может быть, среди этих компаний будут юникорны, которые прославят и битву стартапов, и Украину. Все, кто здесь присутствовал, будут гордиться, скажут, я с этим человеком когда-то сидел в одном зале. Всем спасибо. Можно еще пообщаться, кто не задал все вопросы, которые хотел задать. Вот. Можно чуть-чуть задержаться.